стол дам, стол королей, стол тузов. Смотри, всего подожди, в колоде будет, 6 это... каждый и 2 джокера. Джокер это любая карта. Да, меня, это, короче, имба. Смотри, Юля, у тебя, например, сейчас ход королей. Ты в любом случае... Подожди, подожди. Ты должна в любом случае кидать король. Ты можешь кидать что угодно, но говоришь, что ты кинула король. 2 короля, 1 король. Ты можешь по-настоящему кинуть король. Но кто, например, если не верит, то он может прочекать твои карты. Если ты правда кинула 2 короля и не спиздела, то он стреляется. Если ты спиздела, то стреляешься ты. You know what I'm saying, bitch? Если да, у тебя... Да. Смотри, если ты последняя ты ходишь... Жильку, сучка, нет, про бич. Короче, смотри, смотри, это пляж. Подожди, быстро, я просто... Давай. И мне тоже зашли? Блядь, опять зашел, да. Сейчас я сделаю... Подожди, а ты не можешь с паролем сделать? Могу. Так, у тебя с френдлист, да. Сейчас поставлю. Я просто хотел вот так, чисто по приколу. А, ну правильно. Чисто такое легкое. Посоздаем еще 2 дня. Короче, ты поняла, Юль? Да, все, смотри, понимаю. Если ты ходишь последняя, то когда ты кинешь карты, оно сразу же откроется, понятно? То есть в любом случае чел скажет, не верю. Овер кинул, всем кинул. Пиздец. Откройте Steam и вступите. Бля, это пизда именно. У меня чел просто, ну именно... Я вахаю просто. А по несколько карт можно скидывать? Вай, да. Скинул источник, да. 60 карт, секундочку, полетели. Ой, легенда. Бля. Единичка наш. Нихуя себе качество, блядь. А, единичка, хуёвая? Это я. Ты чё, Юль, поменяй ник, пожалуйста. Прости, я что-то забыла. Бля, какая Юлька тупая, я в ахуе. Да я и говорю, я в ахуе. Ты меня Байол назвал, думал, у меня ник Байол, а чё, ебу какой у меня ник? Байол, бля. Нет, это Байол, потому что Байол. Ребят, а ещё очень важно, очень важно. Подожди, вы... Надо, короче, чтобы... Ну, для вайба, чтобы вы всегда играли на одном и том же скине. Да, да. Да, так что если дальше проходит... Похуй даже, что они у вас одинаковые. Подожди, тут же можно с одинаковыми запускать, правильно? Да. Ну все, заебись, что вы всегда играли вот так вот. Ага, бля, овердрайв. Идеально. Дайте подходит. Юльке сучку-лисичку присоединиться. Да мы на одинаковых. Да, в смысле, вы можете на одинаковых играть. Я сделала. Не особо... А как Том пусть девочку тоже берет. Не особо похоже. Вот так заебись, бля, давай, let's go, нахуй. Все, вы готовы? Погнали. Да, запускать. Да, пока не запускай. Там овер, дорога ходит. Овер не готов только. Так, а где Рэдди? А, бежу. Все, пошли. Так, из вас только один человек не умеет играть, я правильно понимаю? Да. Ватя, еще. Можно весь экран сделать, Ватя, мощно весь экран сделать. Да, точно. Справа, снизу. Спасибо. Смотрите, и очень важно, вам нужно разговаривать. Блядь, брат, подождите. Поставь вебку вниз лучше. Я сейчас сделаю так, подожди, я музыку выключу. И вам нужно разговаривать, то есть, когда вы кладете карту, вам надо говорить, понятно? То есть мы не играем молча, мы проговариваем то, что мы делаем, наши действия. Смотри, Юлька, стол королей, допустим. Видишь, я вот первый хожу. Слушай, а может вы сыграете сейчас круг? Я нормально втянусь. Согласен, да, смотри. Ты втянешься, давай. Вот я тебе бросил, сейчас взял даму. Можешь нажать X, и это будет типа пиздеж. А если верю? Тогда похуй, можешь другую карту кидать. А как выбрать карту, блядь, у меня не нажимается. На пробел, смотри, на пробел. Сука, ебаный тупый. Блять, вот я вижу, это ебало тупое. Я сейчас уверен, у него и такое же в жизни. Посмотри, да. Посмотри, как смотрит. Не-не, у Юли, посмотри. Посмотри на ее ебло просто. Не, как кинуть? Пробельчик. А, вот, кинула. Так. У меня просто пробел. Юль, потряси вот так головой. А ну покажи овера, покажи овера. Подожди, овер с вебкой, что ли, зашел? Да. Моя легенда. Овер, ты тут? Чего, какой вы... А, да, я фотку Макса Шатукека взял. А, понял. Охуела творила, блядь. Издавал на Лёхе. Ой, давай, кто отъехал, бля, бомж, ебать. Сейчас первая шмалюсь сюда, нахуй. Лисичка, выебана будешь сегодня. Не, если ты сейчас первый улетаешь, ты именно долбоёб. Ой-ой-ой. Блядь, думал, сейчас мозги вылетят. Повезло, ладно. Одна из 7 заряжена пуль. Вадь, еще звуки включи, звуки включи, Вадь. А я... О, реально, а я слышал все звуки, вы что, не слышали? Кто, вы ж под меня ходишь, брат. А как карты посмотреть? А, во. Пробел. А стол какой сейчас, королей? Сюда нет, тузов, смотри, сверху слева написано Ace is table. Ace is, это не Ace. Минус 5, это тузы. Да, что Юлька, блядь. Глупая рулька, блядь. Сейчас, я еще не удивлюсь, если она выиграет. Вот, она зачастую, когда она ни в чё не понимает, нахуй, она ещё выигрывает. Один тузик, ебать, залетел. Да, и проговаривайте, пожалуйста, что вы делаете, ваши действия. Вот, Слава сейчас сделал правильно. Не верю.
Ах ты уебище. Лисиная голова, ебать. А как стрельнуть себе в ебло? Сейчас узнаю. Посмотри, посмотри дуло, поверни, посмотри дуло. Пожалуйста, нет! Нет, посмотри дуло, давай, давай, давай. Ой, пойди, куда ты дуло-то взяла? Успокойся, при живом-то Максе. Схватилась, блядь, нехуя. Охуеть. Так. Теперь смотри, теперь Юлька, видишь, что у тебя такая Kings, палочка? Кингс, видишь? Да, ты ходишь. Kings, ты ходишь, у тебя стрелочка. Хорошо. А как кинуть? Вот на пробел. Ребят, забыл правила, если кинуть, кто смотри, будет стрим снайпить, у него будет нога нерабочая. Сразу послушай, говорю. Юль, смотри, лево, право смотри, выбираешь, ой. Пробелом зажимаешь, ешь и кидаешь. Алёх, ты веришь в три короля? Слышишь, ты веришь в три короля? На Е надо было кидать, а не на пробел. О, верит, слышишь? Ну, я тоже короля тогда кину. Славян. King. Не верю. Слышь, сейчас дохуя королей лыжи. Это опять король, бля, мэл. Король, у меня один джокер был. А, блядь, чё ты нахуй? Макушка ебаная лесная, блядь. Да ну нет, блядь! Посмотри поглубже. Блядь, ты... Блядь, ты сука! А, везёт, ладно, хорошо. А я реально три короля выкинула. Да? Нихуя себе овергений, блядь, в три короля поверил. Ну, Юля видно на импрове. Нервяк какой-то. Опять короли? Да, King Sable. Да, опять короли. А, не я хожу. Как это не ты? Ты ходишь, ты. Тогда один король. Хорошо, круг пошел. Может, сразу не верю, слышь, овер? Базара нет, блядь. Овер не особо разговорчивый. Три короля нахуй. Фух. Не, четыре демки нахуй не надо. Кто-то пиздит явно. А ты че, поверил мне? Два короля. Мне? Да. Класс. Я поверил. Вот это пиздец, уже был по ощущению. На нахуй. Давай, сука, пузо, стреляй. Ебать у Славы! Два Джокера, нахуй, и Кинг, блять, на последний ход. Давай, Овер, пока. Да, блядь, сейчас я, Вадь, отвечай, сейчас я умру, нахуй. Я тебе говорю, Слав, смотри, я сделал предикшн. Либо ты умираешь первый, либо ты доходишь до финала, по-любому. А у меня чуйка такая сегодня была. Опять Кингс? Я так люблю жить. Так. Бля. Пиздит, пиздит. Ну, пусть будет один король. Реально? Да. Ладно. Один король я положил, Юля, один король у меня. Сейчас. Да, проговаривайте, короля, пожалуйста. Ну как Слава делает? И кто? Один король тоже. Сейчас. Клянись. Один король. Ага. Клянись. Интересно. Нельзя так, Том, нельзя. Да, нельзя. Не, пизду, я тоже одного короля, пожалуй. Правильно. Да. Слава, доверь мне. Доверься. Ну ладно, тоже одного короля, похуй. Вот там уже королей не должно. Может быть. Не верю. А зря. А, правда? Господи! Стой, отвернись от свой, если не хочешь, чтобы он выстрелил. Отвернись, не смотри, на меня смотри, потряси головой так, давай. Давай, съебалась, блядь. Минус один. Хорошо, Юля первая вылетает. Юля вылетает полностью, если что. Не, ребят, это был тест. Да, спасибо, Юля, большое. Давай, за участие. Юлька уже все. Не, реально, все, Юлька, прям реально. Юль, можешь подсесть к огромному жирному голубю, ебать, справа. А он еще не играет, пока ее жирный голубь. Тогда сзади меня досал Серега на гитаре, ебать. Ну нет, мне понравилось. Я только поняла, как играть. А все уже, Юль, тоже наигралась. Че там? Не вижу никого. Джокер, брат. Твоя башка дырявая. Не смотри, давай. Не смотри, ствол, не ствол, прошу, не делай, нет, убери носик, чтобы промахнуться, блядь. И? Блядь. Ну, хорошо. Да, повезло, у меня ноль королей было, блядь. Посмотри на Юлю. Бывает, усталость. Юля заработалась, пришла на стрим на 5 минут. Да, пипец. Объясняли дольше, чем играла. Одна дама. Как можем вернуть Юлю? Две дамы. Да я посижу, посмотрю, пока поучусь ему разуму. Ну это нечестно. Ах ты, сука, ебаная. Это... Бля, почему мне не видно? Проверьте, Гандаплюх, точно не на стриме, блядь?
Славян, только попробуй застрелиться сразу. Пожалуйста, смотрите, первый стрел. Фу, блядь. Хорошо, ладно. Что значит, как это, что значит за сейви? Как это за сейви на мила уже? Да, вместе за вампир. Но я постоянно не верила Славе. Один королик. Задержку подождал. Он в дискорде просто смотрит твой стрим. Похуй мне. А где можно смотреть-то? Один королик. На трово, бро. Нихуя себе. Дай бог Джокера засейвит. Вот эта рубочка пошла. Ссылка. Ай, хорошо! Ай, хорошо! Пора, пора тебе. Бля, вот третий, где четвертый выстрел, ой, это прям пиз... Ух, пока. Что ты делаешь? Что ты... Кто? Это сосала шлюха, бля. Хорошо. Две несы, бля. Давайте, один в один. Две сосалки, нахуй. Кто? Ну ты и в сетке лазеров. У тебя нормально все. Юля уже сын. А, это не тестовая, что ли? В смысле тестовая? А ты, по-моему, говорил тестовая, не? Не, Юля сказала, что она разберется по ходу игры. Разобралась. Серьезно, у тебя оппонент, кстати, слышь? Отдашь, Монька. На его ебало. Тяжело. Тяжело, да, с картой не повезло. Тебе не повезло, да. Вообще жестко прям. Гоу тестовый. Ну что? It's me or the bullet. Ай-яй. Не. Не, я могу сделать... Только зачитать это за тестовое, если только все согласятся, но как будто нечестно, нет? Да не, нормально. Там сейчас и так ты. Это то, о чем ты говорил, брат. Будет ебанутый тильт, когда типа человек будет умирать. Не, я не в тильте. Чат, как будто просто надо играть, как играть. Это че, да, еще не последний турик по этой игре выложил. Ну как, скорее всего, последний. Единственный и последний, ощущение. Один король. Король. Леха, не молчи. Да, Лёха молчит вообще, Лёхе вообще похуй. Не, я думаю, я на фулл фокусе. Не, ты давай на завозе, Лёх, работай, так тебя позвали. Да, я на победу, я... Он реально, слышишь, ебашит прям. Как он делает тебя, брат? Как он тебя делает прям? Гадина! Овер в финале, нахуй. Да нет, пока, Слава. Фартажопый. О, реально? Сколько у тебя, Слава? Ну посмотри вверх. 3,6. Не могу. 3,6. Там все справа сверху. 3,3, да. А у меня сколько? У тебя 1,6. Вон, да. Видишь, но ты, если что, ты 2,6 сразу стреляешь. Я тебе сразу говорю, тебе лучше не рисковать. Два короля. Хорошо. Смотри, он сразу стреляется, я тебе говорю. Я такую хуйню знаю. Все, я пошел. Давай. Давай, Лёха. Давай. Блять. Ох. Бля, там прям в глаз, нахуй. Блядь. Очень неприятный момент. Сузы, а ну-ка, поехали, блядь. Стол тузиков. Liar. Мы бандито. Вот это хорошо было, полковник. Хорошо, прочитано. Ай-яй-яй. Ну как прочитано, мне кажется, Сава тыкнулся, потому что у него карта хуёвая была. Да. Ну и все равно, хорошо. У него был же одна все равно. Ну одна это, брат. Ну да. Одна это несерьезно, блядь. One king. Один королик? Два королика. Бля, не ту кнопку нажал. Блять, это такой чиль! Ты реально промахнулся по кнопке? Я хотел Е нажать. Блять! No bull, just fate. Ай-яй. О, блядь. Бля, как Слава идеально все сделал, это просто пиздец. Сейчас идеальная рука прям была. Было. Так, поехали, королевы. Two queens. Две шлюшки. One queen. Two queens. Две шмоньки. One queen. Йо-йо-йо. Liar.
Вот и попался. Да. Бля, в ловушку ну, себя загнал. Бля, ну овердрайв прям гений. Прям гений, слышь? У тебя 50 на 50, да? Да, 50 на 50. Да, блядь. Да ебать ты лакер, блядь! Какой ты лакер, блядь! Жестко. 5 из 6 у него сейчас написано, чтобы вы понимали. One ace. Liar. Хорошо. Хорошо. Да, Лёш, тебе пора, блядь. Иди, пусть лошадь нальёт нахуй твои мажители ёбаный. Ну, скорее всего, Лёх играет сейчас. Да? Пизда. Да что вы на блядь, тварь! Ебать вас! У вас это, короче, как финал, понял? Да, да. Сейчас повторение медиапокера, блядь. One king. One king. Один король. Хватит, у него ебало тупое. One king. Что делать? Стоп, 5 секунд, и ты тыкнешь. Лайер. Нихуя себе! 50 на 50! У тебя 3 короля, да? 50 на 50! У тебя 3 короля было? Не. Ой-ой. Блять! Да что? Охуеть! Ебать вы козлы, ебаные! Можно, чтобы эти лузеры потише были? 5-6, 5-6! Правда, молчим. О, кому со... Я думал, мне, думал, хрюкать уже. One queen. Пиздит, Слав. Блядь, ты понимаешь, что сейчас просто, ну... Ни у кого нет права на ошибку. Это... Ну, считай допы. One queen. Ебать вас там, да. Liar. Всё, проебал. Да. Слав, походу. Про... Я понимаю, у меня 4 дамы было, да? Нет, 3. 3 дамы и 1 джокер, да? Блядь. ГГ. Просто карта не повезло. No bull, just fate. Ни одна дама была, всё. Блять. И не попал, кстати, по себе. А ебать, чисто, чисто рубка, а понял? Игры посложнее вообще, бывает? Вот он, сука, сидит. Вот он, ребят, первый. Первый полуфиналист, ребят, определен. Это овердрайв. Бля, я надеюсь, что стакнется так, что сейчас чисто в полуфинале, чисто одни свиньи будут, нахуй. Так. Это 100%. Закрываем. WW. Так, делаем. Так, я выключаю. Да? Бля, ну вы прям дали, понял? Прикольно, что у вас так именно прям стакнулось, что вы прям дали. Так, ты меня на прошлый проверил, в первую, это вообще про это ты. Так. Тебе с картой везет, сука. Мне вообще как будто ни разу не повезло. Мне ни разу я не повезло. Я был очень нормально, тоже везло. Тебе просто тоже, в финальных да. не везло. Да. Вот это ключевая сейчас. Я помешал сейчас, нормально. Дамы, я просто понимаю, я 3 хода так. подряд у меня халявных. Так, кто у меня там дальше? Кстати, Слав, если бы ты 2 не дал бы, вот когда ты 2 пошел бы, я бы, наверное, проверял бы. А ты 2 дал, я понял, что я уже могу по одной топить и выиграю. Так, раз тебя нормально, не вижу. Нормально. Так, бля, заебись. Строго гаечка. Так, строго гаечка есть? Нет, гаечки нет, всем да? пока. Давай, пока. Юлечка, спасибо, пока, что пришла. Юля. Спасибо, респект. А что, в Адоса нижней сетки не будешь, что ли? Как есть нижняя за... сетка, только в... без меня. Да, но... Второе, третье место нижнее. Да, второе, третье место нижняя сетка, понял? Только главное не вылететь первому, короче. Да. Юля не справилась с задачей. Так, строго, гаечка, скиллзор и ростик 9-9. Всем привет. Привет, здорово. Даш. Вань, заходишь, пожалуйста? Я не знаю правила игры, ты объяснишь? Нормально, Вам дашь тоже на 10 минут сейчас. Ты соберешься нормально. Нет, чего, я сразу написала то, что я не знаю.
Юля, объясни правила. Там просто такие правила, ну, которые типа плюс-минус секунд 10 нужно узнавать. Сейчас, сейчас мы, короче, зайдем, я тебе расскажу. Если 10 секунд, то значит мне надо минут 5 минимум. Ну хорошо, так. Ну, если там минуты 2 надо объяснять, то получается час сейчас, да, будем? Ну да. Ну, я подготовилась, я игру заранее скачала. Ну, не расстраивайтесь, у нас Ростик скидывает мне скриншот с дедлоком. Что это значит? Он мне скидывает игру Deadlock и пишет: это игра? Настян. Алло! Алло, алло, Лохи! Здорово, Ром. Растян, ну что за пиздец, Растян? Что? Ну заходи в игру. Ну, шутканул, Ваня. Что случилось? Ты что, мне скидывает Deadlock? Вань, а ты захостишь, да? Вань. Да. О, заебись. Только... Здорово, пацаны. Здорово, Ростик, здорово. Ростик, а у тебя же нет в друзьях, да, Ваня? Разработчик Курва. Ты видел? Нет, не видел. Реально. Чипси тебе инвайтнул? Найс. Так. Кто первый прошел? Выиграл Овердрайв, в сетке лазеровок Том и Бустер и проиграл Абайол. А, только один проходит, да, типа? Здорово, Ром. Здорово. Да, проходит, дальше только один, да, Ром. Куда мне нажимать тут? Тебе надо в друзья Ваню добавить. Да, сейчас тебя пригласил. О, Ваня. Ваня, подожди, я сейчас скину Ване твой этот код друга. Код друга, да. Дай просто ссылку на Сим, я покуда друга никогда не добавлял. А да? Как это ссылку на Сим? Сейчас я дам, сейчас я найду его. А ты меня добавлял? А ты меня не добавил, да, все-таки в друзья? Я? Да. Сейчас добавлю. Добавь меня в друзья, я ему скину твою ссылку. Так. Так, а ты как Эвион, да? Угу. Добавил. Так, короче, я нашел уже. А тут в игре надо пиздеть или нет? Нет, 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 в смысле, в Дискорде. В игре не додумались. Там, там вроде есть, но я так и не понял, он работает вообще или нет. Так, Вань, я тебе в Дискорде скидываю. Давай. Так. А как ты хостишь? Ой, ну типа смотришь. Тут демки. Никак не хостишь, тут просто один хостит, а ты смотришь. А, тебе все демки запускают, да? Нет, один просто запускает демку. Просто как в этой игре FPS увеличить? У меня Россиян никнейм 7731. Пожалуйста, поставьте никнеймы только свои. Чтоб у Вани не важно, у вас главное, чтобы никнеймы свои были. Окей. Бля, Ростик, что за легенда? Так. Слушайте, ну по сути это практически максимальное время сейчас игра шла, правильно? Ну да. Ну это очень, ну очень долго игра шла, нет? Ну долгая, да. Да, ну понятно, что не максимальная, но по факту это очень долго. Не факт, что такие все будут. Бля, я батяху игру, если вот прям максимально. Может быть, что все пацаны пули отлетят. Ну понятное дело, да. Я пригласил. Но шанс того, что все доживут, даже как они дожили, это тоже пиздец. Юля сколько? 2 выстрела пережила, а Ктом 2, овер 5, и Слава, ну, на 6 застрелился. Это пиздец, это так-то очень много. Полковник. Россиян инвайтнул? Так. Водозан, моя пара когда? Третья, да? Да. Next. А ну-ка, Ванюк, инвайтни еще раз. Еще раз, давай. Краткое объяснение, как играть. На столе 6 тузов, 6 дам, 6 королей и 2 джокера. Джокер подходит ко всему. У вас будет на середине представлены карты, которые вы должны выбрасывать. Это король, туз или дама. Вы должны... у вас на руках также, по идее, 6... Нет, 5 карт. На которых у вас будет туз, король или дама, или джокер. И вы должны обманным путем сделать так, чтобы у вас в руках не остались карты. Не осталось карт. Или заподозрить другого человека, который вас обманывает. Всем понятно? Сэр, да, сэр! Сначала. Понял. Заебись. Рэди, нажмите. Кил! Алло. А как мне поставить свинью? Я хочу свинью. Нажми на себя просто.
Ебать вас, чисто пачка. Ничего, с тремя свиньями буду. Я не буду свинька. Рэди, Росян, справа сверху. Погнали! Вать, на весь экран. А, или у тебя. Брат, на весь балл, да, был. Просто это у меня. Все, готовы? Поехали. Фух, ну что, поехали. Удачи вам желаю, блин. Друзья, стрим смотреть нельзя. Да, ребят. В Дискорде не на Твиче. Кто смотрит стрим, как бы это беда. Блин, а почему ты вывел? Брат, ты мне как-то вывел. До этого прям очень красивое качество было у Славы. Ладно, все видно, в принципе, забей хуй, короче, играй. Подожди. На разрешение такое, беда-беда. А, у меня нету нитро, поэтому. Росян, ходи, нормально, родной, нормально. Еби, еби его, блядь. Давай. Росян, родной, делай, блядь. Росик, когда ходишь, только говоришь, понятно? Ну, типа, да. Положил одну даму, положил две дамы, положил три дамы. А на что ложить? На Е. Пробелом выделяешь, смотри, пробелом, у тебя выделяется. Да. И на Ешечку ложи. А, что он у него? А, во, я понял. Да, так. Там такая водка. Все сделал. Держи домой, братан! Ну дайте тогда тоже. Даш, пошли. Пошли. А, или вы уже играете. Да. Не-не, Даша может свободно. Еще одна дама, Даш. Так, еще раз как положить карту? Пробелом выделяешь? Ребят, почему на этом месте всегда сидит затупок такой маленький? Стул какой-то. Такой стул. Реально? А может Юля меня украсть? Ой. Куда? Ну, типа объясни. Заберу Ивашкин. Ну, у него всего лишь правила объяснил. А что если дам нету? Не, на самом деле. Если дам нету, но ты красава, ты уже стреляешь. Держи даму. Пожди, Даш, ты не поняла? И пошла Юля. Ростик. А, ну объясни ей. Юль, перекинь его просто. Ты понял, как Джокер работает? Ага, если что, в самом начале я тоже нихуя не понял, когда только Диман показал. Ну ты хорошо, кстати, объяснил себе шуток. Но? Ты понял, что Джокер делает? Что? Джокер это имба, это имба. Это карта, понял? Та, которую нужно. Ну их у меня нет. Мы верим тебе, брат. Скиллик. Он читал? Не, я сам сказал. Что, я вначале, игры, брат, я вначале тоже думал, что ты правила читаешь, ты прям так хорошо говорил, а потом, когда начал, ну, запинаться в словах, я понял, что это ты говоришь. Ты прям... Они играли верю-не-верю этот. Играли. Ей кто-нибудь скажет, что у нее сейчас время кончится, и она нажмет прочек, она все выстрелит. Лисичка, ходи. Она не тут, если что, ты ж понял? Да. Блин, может, так, чтобы... может мне вот сюда вебку поставить, блядь? Гол! Неправда! Правильно понимаю, ей... Ей сейчас пошла коучить, когда первая вылетела. Выиграл? Да, ты выиграл. А я читаю. Или вам похуй, что появляется от хуйня? Просто выключи Стим. Выключи Стим, это не мои челы. Я сейчас сделаю, да. Я знаю. Сейчас я выключу Стим просто. Так-с. Бля, уже жду, кто первый застрелится. А предпоследнее место вылетает или нет? Последнее место вылетает, предпоследнее и... Не, подожди. Только последнее вылетает. 4 человека вылетают в первом ходу. Все остальные в сетку лузеров. А кто у меня в сетке? Сейчас, брат. Сейчас. Доиграют, короче, я тебе скажу. Какой ван эйс? Показывай. Вот такой Ростик. Ну дайте нам поиграть тоже. Ай-яй-яй, Ростик. Да не, слава богу, у меня такая рука была. Ростик! Не стреляй! Подожди, может тут на голос работает, слышишь? Я сейчас попробую тоже, если я стреляться буду. Даша уже зашла. Нормально. Да, я уже все поняла. Ты же грандмастер в этой игре или нет? Угу. Как ты меня назвал, грандмастер? Да. Так, а ну-ка. Two queens. One queen. Одна дама есть? Одна дама. One queen. Одна дама. Ну, легенда. Two queens. Это вот дам пиздец, вся рука. Еще дама. Queen. Еще One дама. Queen. Тут есть некие такие. Еще дама. Искала. Нажимаю, у него 100% нет дамы.
Последний у нее не может быть дамой. Лайер. Байдет, байдет, тебя забайдет. 10 дам. Как ты понял? Я не пойму. Спасибо. Спасибо, скиллз засейвил меня. В смысле, так мне... Так мне этот... В смысле, почему тебя засейвил? Потому что у меня карт не осталось. Хорошо. Нормально, нормально, нормально. Живем. Всего лишь 2-6 уже. Там обезьяна, если что, на каком-то грустном. Мне кажется... Тебе надо без ошибок вообще. А че меня скиллз валит? Скиллз мне надо было не собаки и костюм, а свиньи. О, так ты занял. Ну я знаю. Это получается, Ваня сейчас в зеркало смотрит? Получается, идти так примерно. Только я должен так держать. Росян, время, время у тебя, Росик, ты ходишь. А кого выбирать мне? Кого выбирать? Королей. Короли, короли. Одна король. Одна король. Ростик, ты кинул даму? Ну да. И у меня одна король. Одна кость король. Еще один король. Еще один король. Нихуя у вас королей. Наташечка, давай-ка за голем. Что ж такое-то? Ростик. Ростик. Не зря, братан. У, Ростик, живи, братик. Удача моя, второе имя, братан. Это жесть. Пипец. Ну, кстати. Ростик пока близок. Нет, скилл, проблема скиллза, он стреляется с первой, если что. Ну, ребята, не подставляйте меня. Так. Ростик, ты ходишь, если что. Нихуя себе. Три дамы. Забери. Там реально три дамы, мне кажется. Ты чё, гад, блядь? Забери, блядь. Ладно. Базара нет, брат. Еще одна дама. Базара нет, блядь. Еще одна дама. Базара нет. Еще три дамы. Еще три есть. Ты две дамы забери. А как так дам много может быть? Две дамочки, хоть они... Почему ты не раскрыл? Там было реально дамы. Не-не-не, давай. Еще дама. Ребят, у вас слишком много дам. Я напоминаю, там шесть их. Так мы не скидываем дам просто настоящие. Если ты не понял до сих пор. Еще дамы. Ну на руках вот эти все шесть. Ну, сейчас настоящие дамы пошли. Вообще я выиграл. Еще одна дама. Я выиграл. У меня карт нет, я выиграл. Да. Этот круг выиграл, да. Лая. Ха-ха-ха, вот я попал. Вот и попалась лисичка. Бля, мне кажется, она сейчас вольется. Мне кажется, она сейчас вольется. Давай. Есть такое чувство. Даш, не умирай. Есть такое чувство. Есть такое чувство. Фу, хорошо, молодец. А, нормально. Бля, пока самый лучший клип, это был «Одна король». Сука. Как стрелять? А это у нас сейчас чей стол? Ты ходишь первый. А, тузов, тузы. Тузы. Слева, а, я понял. Сверху. А, один туз. Ну-ка. Ну-ка, давай проверим. Давай проверим. Ты зачем врёшь? Ты ещё врёшь просто. А как? Ну ты выделила, на пробел. Давай. Да ты чего? Даш, смотри, у тебя карты подсвечиваются, которые ты выделяешь. Да, а я хотела одну. Один туз и четыре туза скидывает. Один туз. Пушка заряжена, но не стреляет. Так. О, хороший рукав очень. Ой-ой. Опять я хожу, да? Да. Один туз. Ага, туз. Конечно, туз. Давай посмотрим. Давай. Хочу. Чисто не слышали, самоуничтожаются. Они против друг друга просто играют. Ради Христа, ради Христа. Спаси за Христа. Ну тихо ты, ну куда? О! Ешь! Ебать, у меня все игры, смотри. Никто не этот не убивается сначала. Открученное лобби. Смотри, не, посмотри сейчас скилл, посмотри, когда скилл взорвет. Подожди, Вань, ну не каркай, ты что, мне патроны все положил их, блядь, поэтому не успокаивай. Ванёк, попробуй скилл зараз секретить.
Не надо. Кого надо кидать? Дам. Не дам. Ой, сейчас будет грязно, смотри. Смотри. Я чувствую грязь эту. Я чувствую. Как он на него смотрит, как он на него смотрит. Тебе дам, и гад. Я не понимаю, ложил он или нет. Отбирай. Чип, соли на меня. Эй, ты там молчи. Еще одна дама. Еще одна дама. О, совпало. Даша вообще за любую движуху. Ничего, я пиздеть не стану. Начало вообще. У него карт не осталось, у первой две дамы реально выложил, блядь, у него карт не осталось. Не, он как будто... Ты сейчас его спалил, видел, как я посмотрел угрозу? Он просто на миду фармит, понял, стоит, у него мышка просто не переключилась. Две дамы, забери скилзик. Забери скилзик, две дамы. Раскрой. Братишка, не верю. Лая. Смотри. Чипс, я мог нажать X, и ты стреляешь еще раз, ну ладно, я тебя засейлю, хорошо? Хорошо? Ну нажми X. Ну давай, ладно. Ладно, на. Ах ты сука. Опа. Ну ладно, сейчас хост отлетит с первой. Теперь смотрим на карму. Не, если я отлечу, это вообще пиздец. Я сразу ливну, и у вас игра прекратится, я вас предупредил. Не, нельзя ливнуть. Бля, повезло. Бля, что с Ростиком? Ванёк, ебать, тебе карты сыпят каждый раз, на самом деле. У тебя пиздец карты, блядь, тебе не было смысла чекать, брат. Да, я так на контент чисто. На контент застрелиться решил, блядь. Гад. Один туз. Лисичка думает. Один туз. Сейчас просто 4 короля скидывает. Лисичка, вы посмотри на меня. Росян! Тузика у тебя нет. Есть. Вот и вопросик. Давай-ка. Росян. Посмотрим поподробнее. Опа! 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 Давай! Процент пиздец. 33%. О! Да плохо мне нравится. Пиздец. За что? Охуеть, лисичка. Живучая гадина. Росик, ты знаешь, какой у тебя процент застрелить сейчас? 50%. Ноль. Эйсос. Не, у вас у двоих 50%. Один король. Туз. Вань. Туз. Там кто-то за соседним столиком пиздит, попроси потише. Блять, а как? С другой стороны. Смотри, как он крепкий, нахуй. С другой стороны, брат. Он то тоже, блядь, крепыш, или вот так, блядь. Молча, стреляй молча. О. Молодец, Даш. Задолжил лоха. Ванёк, они нам не дают поиграть, чё за бред? Да нормально. 50 на 50, Ростик. Ради всего святого, не стреляй. Ради всего святого, спроси сохрани, братан. Запрызгал, неси салфетжу. Пипец. Ростик, спасибо большое за участие, брат. На зелёном. Я в лузера, да я в лузера? Нет, ты всё. Ты вылетел. Полный лузера. О, как. Ещё один тузик. Можешь сейчас написать «О, как». Ещё один тузик. Ещё один тузик. Чё-то пиздите, не кажется. Еще один тузик. Ну ладно. Ну ладно, говорит. Ты ни разу не говорила такого. Я только, блядь, фейканул, и ты говоришь, ну что-то пиздите, на меня смотрит, блядь. Еще один тузик. Чипс, ты же понимаешь, что они вдвоем против тебя отыгрывают сейчас? Ну мне пиздец, что я делаю. Еще один тузик. Эйс. Веришь? Вы чё, крысы две? Лая.
Опа! Тузик. 50%. Вот тебе и тузик, слышишь? Ну все, пока. Тузик, пока, Даша, не... Но ты вылыл у сетки хотя бы. Иван, делай его родной. Стоп, а с сетки лузеров сколько людей выходит? Один? Два. В финале будет типа два сетки лузеров и два сверхней сетки. А вот скиллс сейчас с Ваньком куда попадают? Ну, один из них попадает в сетку лузеров, а другой в сетку венеров. Стоп. Человек, смотри, какой клип сделали. Название «Проверил тут гайски». И вон лежит. Стоп, вот это как у тебя? Как, брат? У тебя с каждой пары по два человека в сетку лузеров попадают? Да, один вылетает полностью, один попадает в... У тебя четыре пары, то есть четыре человека. Все правильно, брат, все правильно, все правильно. Честно тебе говорю, все правильно. Я тебе покажу сейчас сетку. Ты же можешь зайти в ТГ посмотреть сетку. Он, братан, я тебе на слово верю. Лайер. Мне не повезло, у меня один сегодня же был, сука. Ай-яй-яй, Иванчик. А ну, стреляемся, не стреляемся. Стреляемся. Нет, свинка. О, родная моя. А у тебя сколько, Иван? Три, да, уже? Два. Два почти. А, два. У меня тоже два, по идее, нет. Не, у тебя один. Один. У меня один, как четыре, блядь. Чат, ну нет, ну мы Юлю не вернули. Оп. Ебать. Вынесли. Кто вынес труп? Вынесли труп. А, два туза. Liar. Ай-яй-яй, Man Games. Сказорщик. Не просто так, и мы с тобой сегодня чипсик играли утром. Не просто так, малыш. Let's see if luck's still on my side. Хорошо. Фью. Mind Games. Так. Дамы. Queen. Одна королевка. Еще одна. Куин. Кто-то глазами кинул. Кто-то там подсказываешь? Он. Куин. Еще одна дама. Куин. Растянем комментаторы. Если Ростик согласится, вообще с кайфом. Лага. Но он, по-моему, прям ушел. Ушел, брат, аж с трупом нахуй. Ладно, ушел Ростик, уйду и я! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, скилзик. Всем пока. Let's see if luck's still on my side. Nice. Хорошо. One queen. А ты соло, что ли, пошел играть? Хорошо! А? Вторая свинка у нас есть в полуфинале. Поздравляем! Поздравляем Ивана. Он добавляется к овердрайву, как говорится. Так, поехала третья часть. А ну-ка. Бля, ебать, прикольно, пиздец. Так, кто у нас дальше? Алло. О. Алло. Так, алло. Скайволкер, Макриский, Морфелина, Шадоу Кэг. Так, подожди. А где у нас? У нас Скай не в Дискорде. Но я думаю, что он... Пиздобол. В Дискорде сидит. Базара нет, факт, пиздобол. Так. Четвертого. Скай создашь? На меня в друзьях никого, по-моему. Ром, а у вас тут, наверное, у всех проблемы, слышь? Ага. Мы не друзья. Согласен. Грубо. Так. Так, а ну скиньте, а мне куда? Как можно скинуть? Кому? Ром. Как будто ты легенда, слышишь, Ром? Сделаешь всех? Ну вот, договорились. Ром! Рома! Ром! Рома! 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 А, он пишет, он какает. О. Ну хорошо. Ну хотя не хорошо, но... Так, сейчас, секунду. Сейчас я зайду. Подождите. Скай! А ты чувствуешь эту игру?
Да, я хорошо чувствую. Все, заебись. Я тут уже напиздил. Ну, мне Макс предложил трёху делать уже. Реально? Вы договорились? Конечно. Да, мы договорились. Базара нет. Арина, ты можешь мне скинуть код друзей своих? Ну, не всех, а типа, только свой. Прям код именно, который в Стиме? Ну, ссылку в Стиме просто скинь. Всё. Я вам скорую скину. Рома просит создать. Скай, походу ты создаешь. Ну, пусть Макс создаст, у меня никого в друзьях нет. Вот меня. Так тут ни у кого нет в друзьях никого. Мне кажется, у Макса есть хотя бы один человек. Ну, согласен, кстати. Но его здесь нет. Я скинула. И в ТГ... Подожди, а я Макса вообще не вижу. Так. Так, дайте мне, пожалуйста, Максима. Максим, а ты где? Алло. Ку-ку. А, у Максима еще все экраны выключены. Говорит, сейчас настрою. Так, камера не нужна, бро. Просто в DS зайди. Охуеть. Так, ладно. Ну, походу, тогда мы уже и Рому дождемся. А, чел компьютер перезагружает? Ага. Ну, это важно. Это ебануто важно. Так, а там у меня все есть, да? Хантос тут? Да. Гвин... Гвина не вижу. Лерон тоже не вижу, Лерон. И Джонни тут. Ну ладно, два из... Три и третьи места первого раунда, это что вообще такое? Понял, они в сетку лузеров падают. Понял? Это, смотри, потом у них еще финал. Да, потом они идут дальше по сетке лузеров, и из сетки лузеров двое попадают в финал. А что за долбоёб вообще это составлял? В смысле, это как сетка... Смотри, мы вообще как хотели? Мы хотели, чтобы сразу вылетало 8 человек. Но потом подумали, что это пиздец. Ну прикинь, ты 8 челов сразу же с нулевой улетает. Понял, а здесь сетка как в КСе играют. Знаешь, что там один чел через сетку лузеров, одна команда? Чел в верхней сетке проигрывает, он нахуй... А, нет, он в финал... Нет! Он попадает в финал... Да, да, все заебись, у него есть еще шанс. То есть уже у Вани и Овердрайва есть еще раз шанс на то, чтобы проебать. Я понял. Так. Ну, Макс у нас... Алло, друзья. Ром. Ром, ну все равно все падает на твои плечи. Скай, отдай мне ссылку свою, пожалуйста, на Steam. Хотя, наверное, это легко сделать, да? Не, подожди, Скай. У меня Макс только в друзьях, скорее всего. Да, просто... Тебе в ТГ кинул? У тебя 1-2-3 никнейм, да, Скай? Ну, уже нет, уже Скай просто. Все, легенда. Все, я кинул тебе. Ром, я тебе кинул и Ская, и Морфелину. Добавь в друзья, пожалуйста. Придется тебе создавать, потому что там еще экраны у типа не горят, если что, у Макса. Сейчас. Куда ты меня скинул? У вас у всех, блядь, ссылки, если что, есть у всех в интернете. Я не знаю, что мы с ним дрочим. Да я пока всех ссылки найду. Так. Хантоса. Ферон Барон. Сейчас. Добавил кого-то. Добавил так, еще кого-то. Винглейда Steam есть? Есть, заебись. Так, а как мне создать это? Да. Ага, а вот Лера на Steam'а нет. Лера на Steam'а нет. Так, только я хз, как у меня по FPS'ам будет, потому что этот, но я что-то менял тут, что мне сказали. Что у тебя, что у тебя может быть? У меня до этого мы играли, у меня мало FPS'ов было почему-то. Компьютер слабый? Да походу, блять. Там пули не регает, если чё, Ром, нормально. Чё, чай не регает? Пули не регает на баланс FPS. Как зайти? Всё. А сколько у кого часов в этой игре? Ну я понимаю, что у Арины... Минут 30, минут 30. Одна минута, да, наверное? Да. Но я научилась, пока смотрела. Всё, я вайпнул. Понятное дело. Так. Рома, чё за легенда, бля?
Блять, нахуй я сюда пришел? Алло. Здорово, Лер. О, привет. Алло. Здорово. Здорово. Привет. Здорово. Говоришь, друзья, есть же? Алло. Как меня слышно? Брат, ну сразу чувствуется, что ты у инсайдера дома. Говорит, сразу чувствуешь, что я у тебя дома. А как погромче? А надо погромче или потише? Там просто как будто надо прям микрофон сменить. Микрофон просит сменить. Арсен пишет, что лучше бы не слышно было. А, ну ничего, мы сегодня увидимся на кике с ним. Там не только мать будет выебана. Ага, точно. Ну конечно, блядь, как тебя найти-то, у тебя никсен, бляди. Как все знают. Да, поменяй только никнейм, пожалуйста, на Лерон Бурбонч. Так удобнее просто. Этот, Вадь, меня правда плохо слышно? Нормально, пойдет. Ну пойдет. Так, из наушников чисто. Ну, как будто у тебя, вот, понял, смотри, вот, Луна сидели наушники, они сделали микрофон, потом этот микрофон убрали и поставили, который у них есть сейчас, понял? Вот у тебя тот, который убрали. Короче, как будто звук, говорят, с наушников. Не, ну это звук с микрофона у них. Ну, как будто норм, нет? Да, похуй, заходи. Да нормально, нормально, нормально. Тебя же слышно самое главное, плюс-минус даже понятно. Так. Ну, кстати, вот, походу, настроил на инсайдера, слышишь? Его лучше слышишь, чем тебя. Он молчит. Ну, поэтому и лучше. Тоже верно. Макс, а ты же тоже не играл вообще, да? В смысле, я в детстве, я всю жизнь проиграл в эту игру. Проиграл? Проиграл, кстати. Это плохо, кстати, если всю жизнь проиграл. Рома, а дай... Говорят, похуй. Дай эту... Чё-чё? Демонстрацию. Сейчас. А чё за легенда? Ей, братан. Этот, Вась, знаешь, почему я долго заходил? Так у меня, блядь, звук, сука. Почему? Потому что Иван Сайзер решил Windows обновить прямо перед тем, как я сел. Ну, правильно, правильно. Нажал кнопку обновить Windows. Не, Windows надо было обновить, конечно, ты чё, пиздец. Чтоб ты понимал, я впервые видел, у него лицензионная винда, я впервые увидел, что он заходит, когда он включает компьютер, у него приходит двухфакторная аутентификация на телефон, и он заходит в Microsoft, учетную запись. Правильно, правильно. Я впервые в жизни это увидел, клянусь. Блядь, дайте я сниму ключи, подождите, я забыл. Бля, Иван Инсайдер именно гений. Конечно. Нет. Все, я закрою. А как зайти? Я... И еще мне Иван Инсайдер запретил никнейм менять в Стиме, поэтому я буду инсайдером. Не-не-не, кто-то ну, вообще есть? А кто ты? Вадя просит поменять. Инсайдер, кто-то. Да, чтобы понятно было. Пойти, вот такой вариант есть. Куда? Ну сидеть, ладно, спасибо. А я же могу стрим, да, открыть? У меня нихуя не будет, ну типа... Ром, я инсайдер. У тебя ничего не будет видеть, ты можешь стрим открыть, да, но не открывай стрим, пожалуйста. Да, суки, кто откроет стрим? Скай, ты уверен, что этот именно характер тебе подходит? А можешь мне сюда вот только чат вывести? Братан, а мне характер подходит? Базара нет. Тебе идеально, Ромчик. Ты прям именно почувствовал. Ответ убил. Скай? Скай? Ребят, Скай, мне кажется, на ДМ разминается где-то, я хуй знаю, что он делает. У нас не может сейчас зайти. Не, ну понятно, там компьютер видно. Я не знаю, у меня у кого-то вообще... А, у меня да, я у тебя есть, вот у тебя я Рома. А чё ты на меня кричишь, ты ебать, я... Не-не, я не кричу. Ну, ты всё, вообще орёшь. Так, ребят, мне нужен скин поменять. Все, я готов. Ладно, мы, Ксюш, мы держимся вместе? Да. Все, нажимайте. Ром, смотри, если я киваю, ты значит должен скидывать. Скидывать это что значит? Ну, типа... точнее, фейковать. Вот. Вы, типа, вы сейчас договариваетесь прямо на стриме, вы что, охуели? Ладно, будь до стрима договорились. Тише будет, нахуй. Ладно, нормально, Максим, можем так, чтобы он не понял. В смысле? Вы что, охуели? Ой, сука, как он понял? Охуели? Понял, как он понял. Что за хуя, блядь? Ебать, и при мне, блядь, гады, блядь. Давай, жми ряди. А как? А, нашел. Стартуем. Вагады, ебать. Ладно, я стреляю с первой, ребята. Так, у нас стол. Мой шеф, нытик и будущая девушка Вилона, правильно понимаю? Ладно, друзья, посмотрите все вместе на того, кого... Вадь, если что, инсайдер лагает. Я не знаю почему, но
Но Рома мне раздал звук, у него очень тихо звук. Бля, братан, сейчас сделаю. Добавь чуть-чуть волюма. Сейчас, братан, ну ты, конечно, меня тоже в ситуацию поставил. Где, какой мне этот? Адес. А не я сейчас хожу, не? А, я хожу. Нет, нет, Максим ходит. А что мы должны накинуть, да, ну, я пропустил? Пять. Брат, а почему что? ты сделал... Да, ты сделал демонстрацию экрана с 5 FPS. Это... Специально так? А какую карту мы какой, выкидываем? Какой, блядь? Захостите кто-то другой. А, нормально, нормально, нормально. Мы представим, что... Нормально, нормально. Бля, вы помните, какое качество у Славы было, блядь? А чё у Славы было? Ну, пиздец охуенное прям. Лучше так, сейчас разберусь, как... На X, на X нажимай, на X. Ага. Пробел и X. Так, я, кстати, напомню, что у нас всегда справа сидит такой чел. Ну, что скажешь? А как выбрать карту? X, х, че, русский. О, тихо! Вань! Что? Рома! Кто меня звал? Рома, ты ёбнутый? Вы что, ебанулись, нахуй? Я ебанулся. Тихо, успокойся. Максюш фейкует, клянусь. Ром! Веришь, нет? Смотри, Ром, я тебе никогда не вру. Ну-ка. Я тебе никогда не вру. Ладно, Скай, я тебе хоть раз врал в жизни. Мы не общались. Ну, вот именно. Справедливо. Ну и не врал. Я пиздобол особо. Веришь? Особо. Че думаешь? Кидаю. О, Максюша, она пиздит, я тебе клянусь. Бля, ну как будто она реально пиздит. Проверь, просто поверь мне, поверь, братан, поверь. Мы с тобой две свиньи, я тебе никогда не совру. Да я только в настройках разобралась, чего пиздить. Бля, Максюша, я не могу. Вам не кажется, что... Я не совру тебе, я же тебе говорю. Ну я же не могу ничего сделать, у меня ничего нет, а он мне не поверит точно. Ну, Ром, ну тебе Скай точно не поверят. Почему? Бля, мне пизда, но я не хочу умирать, ребята, не хочу, пожалуйста. Одну свинью с первой надо ёбнуть. Нет, ребят, я ответственный за ведение в этой команде. Я, смотрите, я улетаю с первой пули, если что. Вам не кажется, что Максим... Вам не кажется, что Максим прям в игре говорит? Нет такого? Нет. Есть такое. Нет, какой странный звук у него. Как будто некий хейт я чувствую сейчас. Не-не-не, просто реально звук такой странный. А кто ходит? Я, братан. Скай, ты ходишь? Ну... А ты не видишь стрелочку, да? Это сложно, наверное, для кейсера. Я не видел реально. Там даблы, ну да. Ну, два. Две хуйни. Две хуйни. Нихуя ты выкинул. Две хуйни, говорит. Опа. Опа. Я не пиздел. Слышь, она, походу, тебе не доверяет. Охуеть. Все, у него больше нет. У нас стол не пиздобол. Ребят, женщина с первого застрелится. Просто, пожалуйста, умри. Просто, да, давай. Найс, ура! Все, пацаны, теперь на сосисочной. Пиздец, ну это просто... Вода отечена! Подожди, подожди, у нас, смотри, стойте, у нас вылетела Юля, Галя и кто еще? Нет, это ёбаный онлайн, у нас первый. Не, Галя не вылетела. Вода отечена новую. Нормально. Это просто пиздец. Все, теперь спасибо большое за участие. С первой, что у нас такое? Тузы. Да все, у чела больше нету. Короли. Все. Я просто туз выкинул. Хотите, я вот так сделаю? Да ну. Вот так вот. Верите? Конечно. В смысле, конечно, верю. Я верю, на, держи еще два. Спасибо. Ебать у вас королей, пацаны, ебанешься. Кто-то, мне кажется, пиздит, ребят, за столом. Ой, блядь! Я не пиздел. Ну, сейчас не пиздел. Ладно, кто пиздит, того шлюха. Ну, я не пиздел, я тебя предупреждал. Ну, смотри, я знаю свое везение, смотри. Дайте мне. Не, Максюш, мы тут до конца сидим. Не, нихуя, я знаю свое везение. Мне кажется, нет, ты нормально стреляешь. Ты нормально. А, блядь. А у меня один или ноль? Хорош. Ну, че ноль? А ты когда выкинул три туза, что у тебя было? Три хуйни каких-то, блядь, три дамы вроде. Слышь, вот если я вот так буду делать, у тебя вообще этот... Пиздец, брат, не надо. Ты просто смотри вперед. Ладно, пусть next те, кто другой захватит. Дамочка, одна проститутка. Опа, у меня тоже. Да ну, Ром, откуда у тебя? И у меня одна есть. Ова. Нихуя себе. Ребят. У каждого что ли есть? Ну а что, три всего лишь. Максюш, сейчас не верю, клянусь тебе, сейчас не поверю. Не, Ром, я тебя никогда не обманываю. Я это, ну реально. Я тебя тоже ни разу не обманул. Так он тебе не доверяет. Не, я вообще не пижу, если что.
Не, я бы Ромчика никогда не обманул. У вас какая-то... Пиздит, пиздит нахуй. Ром, ну я себе говорю, ну никогда я тебя обманываю, Ром. Ну обмани уже, сука. Ну, Ром, ну никогда, не могу тебя обмануть. Ладно, ебите меня в жопу. Бля, это... Кажется, у меня две свиньи выебали. Ебать... Ром, чтобы ты понимал, я также похрюкал один день, у меня, блядь, горло теперь болит из-за этой хуйни. Ну, братан, это тренироваться. Ну, я никогда первый не хожу. А потому какая что, разница? Ты... Потому что ты не проигрываешь. А, да, ёбни, типа, не верю, и будешь ходить первый следующий. Квин, да? Не, я не Квин кинул. Ну, я проверю. Но я не Квин кинул, клянусь. Ты сын собаки. Ну, в смысле, я же... Так там Джокер! Там Джокер! Давай, Скай! С первой, не хочу с первой. Пожалуйста, 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 пожалуйста. С первой. Нет. И любишь маму? Все, Максим, крюкаем, крюкаем. Ублюдок. Все, выжили. Хотя бы не первый, блядь. Мы друг друга никогда, да, не обманываем? Ну, вообще никогда. Че за две легенды? Просто выхрюкали их нахуй. Че у меня там... Одну. Так, ну, у вас разница, если что, огромная сейчас. Один этот финал идет, ну, в полуфинал. Ну, кстати, а другой не десятка лазеров. Одну. Ром, ну одну еще давай, по одной скинемся, только честно. Только честно, Ром. Ну ладно, давай честно только. Ну давай. Ну, я тебе верю, но все-таки проверю. Ну, блядь, Максюш, ну я же тебя не обманываю. Мы же договорились, да, честно. Я... Ну, ну да, но просто у меня там проблемы начались. Ром, ну только ради не, тебя. Не, пожалуйста, не надо, не надо, братан, ну не надо. Ром, хрюкни. Ах, ну сука. Блядь, задержка. А сколько у меня пуль? Я 3/6? У тебя 2/6. А, 2/6. Еще пока все хорошо у тебя, брат, не переживай. Так, не обманываем, да? Да-да. Ну я же вижу, ты меня наебать пытаешься сейчас. Не, Рома, я тебя не пытаюсь наебать, че ебнутый. Пытаюсь, пытаюсь, я тоже это вижу. Не может быть. Не, Максим, я тебя не буду, я тебе, когда я тебя наебу, я тебе прямо скажу. А, я тебя никогда не наебу. Пиздец, сука. Я тебя никогда не наебу. Ладно, я тебе верю. Ну, блядь, ну я ж сказал, я тебе скажу, когда тебя обману, ну чё за хуйня, Максюш? Он, ну, у меня три короля было, блядь. А нахуй ты его выкинул? Потому что сказал, что я тебя пытаюсь наебать, а теперь... Ладно, Максон. Пока. Не-не-не. Не, блядь, ну Максюш. Хорошо. Роман. Нет. Роман. Бля, Роман, это изикат какая-то, тебе не кажется? Не, ну я вначале думал, все, я с первого. Подожди, у нас полуфинал, три свиньи, если что. Это читерский скин. Что? Я в лустол падаю, да? Ты в лустол, да, падаешь. И Скай падает в лустол. Куда? Арина сколько падает. Ставили? А, вижу. Ну, все, уже тут. Пониже чуть-чуть. Так. Закрываем. Мне кажется, крученый скинул свиньи. Нет такого. Тогда, да, да. Так я фаворит ставок был, ребята. Так. Так, конечно, братан. Ты пиздец. То есть меня все считают пиздоболом ебаным. Здрасте, Фрикс-Хат на месте. Здорово, здорово, здорово. О, я уже знаю, кто будет четвертый свиньей. Ой, осуждаю. Я не буду свиньей, гандон, я лисичка, сексуалка. Так, так еще лисички, братан, с первого улетают. Да. Алло. Да, лисичкам сегодня не везет, кстати. А я буду та сучка, которую сегодня... А ты... А, Джонни встал. Лисичкам вообще пиздец. Ой, здравствуй, Санечка. Стоп, Ваня, а мы типа... Мы в финале... Ой, а где я сейчас? Финал верхней сетки? Ты в финале верхней сетки, да. Смотри, там играются... Смотри, как играется. Играются потом лузера. Две лузера. Потом финал верхней сетки. Да, все правильно. Потом финал нижней сетки и потом гранд-финал. You know what I'm saying? Короче, я только через три хода, да? Ты через три, да, играешь. Ага. Бля, Марк, я посмотрел твой этот клип. Джонни, это пиздец. Создашь, брат? А я, у меня понял, Вадь, я не смогу, потому что мне нужно со второго компа заходить, раздавать. Хорошо, 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 окей. Так, окей. Так, а кто создаст у нас тогда? Хантик. Лерчик, создашь? Лер, ты вроде у нас гений. У него самый мощный компьютер должен быть. Так, а... Подожди, Стим. Флагдикей, у тебя есть Стим прямо в интернете, да? А Гвинчик у меня есть в друзьях. Чё? Есть Флагдикей, вот.
и... А у меня и FlagJK есть. А, так что за пиздец? И Кикантик, что ли, есть? И Хантик есть. Охуеть, блядь! Я тебе все ссылки уже скинул. Я пригласила Гвина, Джонни и Хантик еще не в игре. В игре, в игре. Я долг. Че? Че? Долг. А, окей. Американский. А Хантика у меня нет, прикинь. А не Хантик. Вот так, правильно, долг. Я понял, понял, брат. А, есть Хантик. Ой, а я, а как поменять скин? Лер, включи мне демонстрацию, пожалуйста. Ну, если просто тремя свиньями ее затолкаем. Харам. О. Вот это выдал. Еще дальше. Не, ну Джонни идет этот скин, слышишь? Джонни точно менять не надо. Так, а что? Я бы не сказал, если тут был бы какой-то, я не знаю. А по звуку что? Ну и обезьяна будет, я сразу крикну. Я сделаю погромче чуть-чуть. Лера, да, чуть-чуть погромче. Если вы готовы, все, погнали начинать. Бля, очень быстро. А как что мне нажать? В смысле, тебе надо? Джонни, чтобы нажал кикантик, нажмите ready, пожалуйста. Все. Все, стрим закрываем. Бля, сейчас 25% всего лишь, чтобы свинья прошла. А, вот, старт. Бля, ну я с первого застрелюсь, похуй. Я ж могу, да? У меня лапки просто. Если можешь, чуть погромче было, дочка. Я просто себе скрутила, сейчас делаю. Я проснулся, ну, типа на улице просто в машине уснул. Ебать. Проснулся. Ну правильно, правильно. А проснулся от заказа, типа тара-тара-тара, вот это вот. Нет, пизда. Шабатыч, Шабатыч, блядь, сука. Чуть-чуть хотя бы. О, я читаю эту игру, тебе пизда, кстати. О, балдеж, балдеж, балдеж. Так. Давай. С бля, ебаный потище, сука. Ну, конечно, лиса у нас, блядь, не может в первой катке, блядь. Мы, кстати, первый раз за лисой смотрим. А чё я низкая такая, блядь, даже в игре, охренеть. Нормально, нормально камера, нормальная. А я пропустила, чё мы выкидываем? Тузы. Бро, бро, у тебя слева сверху написано. Один туз. Пиздит, пиздит. Джонни, 100% пиздит, Джонни. Слушай. Спасибо, нахуй. А, эйс, блядь. Не-не-не, я эту хуйню поеду из говно. Да-да-да, американец. Это двойная, это двойная, это двойная игра. Изи, изи, изи. Это двойная игра. Я не скинул туза, я не скинул туза. Я Джокера скинул. Блядь, Джонни, бро, ну... А почему я не могу? Я реально Джокера скинул. Похуй, нажимай, что врет. В смысле, пробел? Я думаю, всё. Пробел! Сейчас я с управлением разберусь. Два туза. Джонни, как будто вы не думаете, что тузов... В смысле, вебка внизу уже... Он меня очень сильно запутался. Не, так нормально, так разговаривать, есть смысл разговаривать. Это типа имба. Ау, чё хантик ты? Ау! Скажи мне честно. Не, скажи мне, вот просто по-братски, ты выкинул туза или нет? Ну, в смысле, Вадя, блядь! Выкинул, или выкинул? Это не я! Да, блядь, кондон предыдущий, ты выкидывал или нет? Да, конечно, я же не пиздобол. Пиздобол ебаный ты, блядь. Ты чё, мразь? Просто пиздобол, блядь. Бля, ты меня батишь, чтобы я на кнопку нажал. Бля, да пусть Вин первый застрелится нахуй, так крюкать будет. Я накинул тузика. Ну, бля, жжу, кинул тузика, правда. Реально. Ебать, сейчас Лерке под тузика дадут. Блядь, ну я надеюсь, что Лерка сейчас первый не влезет. Ну что, я сейчас застрелюсь. Нет, Лер. Минус об сервер, блядь. Нет. А как стрелять? ЛКМ. ЛКМ нажми. Бать заглотнул. А ничего не надо было нажимать на саму. А ничего не надо было, ничего не надо было на саму. Давай себе 6 патронов, пропробуй на себя. Что? Батя, что ты один сидишь? А потому что у меня нет друзей. Я вообще не советую меня проверять вот эти две кнопки. Йоу! Я вообще не буду врать. Бро. Блядь, Хантик, ты пиздун. У меня все дамы. У меня тоже все дамы. Да вот ты пиздишь уже. Вот, хуйца сосни! Хуйца! Гвин! Смотри, с первой, смотри! С первой, смотри! Пожалуйста, 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 пожалуйста! Пока, Гвинчик! Блядство! Видишь, как повезло, блядь! Бля, но я походу реально застрелюсь, бля! Что соси, я говорю инфу! Бля, это самое бредовое стреляться сразу, это просто пиздец! Бля, можно я направлю просто на Хантика, блядь, и буду стрелять, и всё? Опа. У меня все короли. Бля, у меня тоже, прикинь. Кто из нас пиздит? Гвин. Ну я-то вижу свою карту, поэтому... Я тоже вижу. А, вот так проверю. Бля. Ну, у меня яиц нет, поэтому... Я проверил, братан. Покажи яйца. Хантик, покажи яйца, разок просто. Два короля кидаю. Бля, хантос.
Бля, ну Лера, нажми, он говно, он пиздун. А вот Лера может быть пиздец. Лера может быть пиздец. Хорошо. Бля, хорошо. Сука. Это хорошо было, Лера. Если что, у меня ноль королей. У меня ноль королей, если что. Такое бывает. Первый. Иди нахуй, пожалуйста. Пока, Джон. Это место проклято. Блядь! Ну ты ебаный рот! Бля, это игра, что-то это, кого-то ненавидят. Пиздец, ну это с первой, но это пиздец. Ну точно не свиней, слышал. Да. Все, МРХБ поела сын, до свидания. Блядь. Ну, блядь, ну ебаный рот. Джонни, спасибо за игру, братик, ты легенда. Да. Даже не докурил, прикинь. Застрелили. А я пока пусть играет, докурить буду. Тоже. Кантос! Давай с первой. Кантос, сделаешь первый сейчас? Бля, реально ФПСов надо меньше выиграть. На Джоне больше всех ставок поставили. А что с ФПСом? Крюкни, Кантик. Хорошо. Короли. Бля, ну у меня реально ноль было. Я никогда в жизни больше не буду проверять вас. Согла, правильно. Ну тоже не челюсть, а прожи, дожи, дожи. Проверяйте Кантика каждый раз. Проверяйте Кантика, реально пиздобол. Хантик, я никогда не пизжу. Ты пиздобол. Я никогда не пизжу говно! Короля скинул. Он пиздит, Лера, он пиздит! Пойми, Лера, он пиздобол, да он, что? Он вообще... Он не понимает нихуя в этой жизни. Да проверь, да похуй, да, Лер. Два короля. О. Нет, ты пиздишь. Бля, надеюсь, ты не врешь. Бля, ну нахуя что пиздец? Бля, Гвин чувствует что-то, да? Да нихуя он не чувствует, он меня на стриме все подряд просто проверял меня, ублюдок. Лер, на связи. Чувствует он, сука. Хорошо, молодец. Сука. За что? А кто, одна свинья осталась только? Да. Вы пиздите вдвоем, блядь, не пиздите, суки. Сейчас 33 процента. Ты будешь самой позорной свиньей, если ты проиграешь. Я, кстати, еще не наврал. 33%. Да, пока 3 свиньи уже в полуфинале. А тут не от процентов, братан, рождает. One queen. Не, почему? Ну тут кто истинная свинья тут пройдет. Ага, согласен. Настолько, Хантик, ты терпила? That's gutsy. Ну. Три. Настолько натерпела, что ты дашь мне, блядь, сейчас реально просто 3 левые карты выкинуть? Ну ты тоже манипулятор ебливый, я вообще не понимаю. По-любому, сука. Ну у меня есть еще 15 секунд подумать. Ну-ка. Да скипай. Хантос, я... Блядь, ну это пиздец. Хантос, 3 карты, прикинь, что даешь скинуть просто. Не, Марк, я думаю, наебал, я, бля, буду наебал. Такое бывает. Доверься мне. Не, блядь, какая же... Лера, жми, он пиздобол, Лера, жми, он пиздобол. Не, в смысле, даму скинул. Ван Квинс. Блять, интересно, Хантик, сколько у нас дам на столе, блять? Ты ублюдок ебаный. Наверное, у нас дам 7, наверное? Ты не забыл то, что... Или 8? Или, может быть, 11? Бля, сука. Хантик. Блять, не повезло. Лучше тогда, когда я эту карту взял. Какая же ты мразь. Хорошо. Хантос, ну как так-то, блядь? Ты сказал, не будешь больше чекать, Хантик. Мама мия! Квин, мне несложно тебе проиграть. Так, 50%, что свинья попадет в полуфинал. Да, это 100%. Нихуя. Лерон. А. Я тебя когда-нибудь обманывал? Две дамы. Вообще обманывал? Странный вопрос. Никогда не было такого. За мной никогда не было такого замечено. Ладно, у меня вариантов немало. Ой, немного, точнее. А у меня нет вариантов. У меня и первый раз не было двух. Прости, пожалуйста, дай бог застрелишься. А мне нужны деньги. Дай мне. Мне нужны деньги, мне похуй. Я тебя сам застрелю сейчас, пожалуйста. Давай. Мне нужны, говорит, деньги. Я тебя сейчас сам застрелю. Какой добрый. Квин, там еще столько людей надо победить. Ну я что сделаю? Не я же, блядь, патрон туда загружаю. А песню знаешь, патрон Мияги? Тут патрон, это оно? Да. На тебе одну даму. Ну что ж ты? Думаешь, блять, я так буду обманывать? Ну нет, ну я сейчас не хочу вылетать, я буду плакать! Клянусь, я реально заплачу нахуй, слезами горькими. Плачь, хорош, Лера! Бля, ебать, блядь, бля, клянусь, блядь, Лера W во всех играх, она почему-то... Минус вайбнула, но она минус вайбнула, но, бля, она как-то во всех играх, понял, вот это умеет. Ладно, нормально. Ну кто знал? Бля, она быстро закончится, может, еще раз? Так ты, Гвин, этот, остаешься.
Да, Гвин, сетка лидеров. Ты прям сейчас играешь. Так, подожди, дай мне только посчитать. А я когда играю? Ты играешь аж третью игру. Так, подождите, мне надо понять... Ой, сейчас чуть-чуть, подождите, мне надо 5 секунд. Не, что-то мало. Дос, мы уже в финале с... Вы в полу. В финале верхней. В финале верхней сетки. Так, смотрите, сейчас у нас играет... Почему ты, Лерри, сказал, что через 3 игры играем, если через одну? Только не? Нет, две нижние сетки сейчас будет. Две нижние сетки. Так, подожди. А. Кто у нас был на втором месте? Бустер, да? Да. Так. Бустер, Скиллз. Бустер, Скиллз. Бутер. Гвин. Дальше не сорял. Гвин и... И Макс, да? Правильно? Ну да, да, наверное. Так, сейчас я скину это... Сейчас я скину Дани. Это первая сетка. А вторая сетка, получается, кто? Кто это... Так, сейчас, подожди. А, в этих сетках прям по одному проходит. Да. Ебать, там рубка будет жесткая. Первая сетка лузеров. Так, у сейчас... нас Макс на втором месте был. Да, Макс, все правильно. Так, это первая сетка лузеров. Вторая сетка лузеров. Так, Том... кто? Дальше кто? Гаечка, правильно? Угу. Гаечка. Дальше Скай. Так, Скай. И получается кто? Кикантик. Так, вылетели... Подожди, вылетели Байовал. Так, сейчас я заменю, чтобы себе... Боевал, Ростик, так, Марфелина и Флэг, окей. Все, заходите. Короче, сейчас заходит Бустер, Скиллз, Гвин и Шадоукек. Так, Слава тут. А кто создаст? Слава создаст, у него ебанутое качество вообще. Реально. Алло. Алло. Так, Слав, у тебя... у тебя играют Бустер, Скиллз, Гвин и Шадоукек. Угу. У меня нет Гвина, надо добавить его будет. Гвина я тебе ссылку сейчас скину. Нормально в Дискорде? А может, так. У пацанов есть у кого-то? Я у Скиллза точно есть. Я тебя удалил только что. Что, Вадос? За плохую игру твою, блядь. Слышь, Вадос, а ты не заметил, что каждый раз, кто хостил, тот выигрывал? Блядь. Я не выиграл. Слава, ты на втором месте. Ну, ладно, Слава подвел. Блять, Гвин, что тебя спросит? А что там? Что? А что не так? Что там, что так, Гвин, покажи. Кинь мне свой профиль, Гвин. Да я же в друзьях есть, Ром. Гвин, я добавил тебя, давай мне. Сейчас. А почему я не слышу Гвина? Может, ты его мутил? Скажите, может, его мутал, может, его? Так, прошел у нас, получается, прошел у нас кто? Строго... Так вот, тебе чел в чат кидал ссылку на... Строго... Я тебе скинул, вот, можешь просто, блядь, на экран выводить эту картинку. Она нормально сделана. А мне еще поменяют, мне сейчас фул все поменяют. Ну, я тебе просто говорю, можешь вот сейчас показать, я уже эту скину просто. Сань, Гвин, я добавил тебя. Я принял. А, все, кидаем. Кинул тебе. Кинул Скиллзу и кинул кому еще, получается? Максу, Шадоукеку. А какой у них? Так, сейчас пока не создают, сейчас. Я он не в сети как будто почему-то. Потому что он инсайдер. Так, раз. Ух ты, блядь, он мне что-то другого качества сделал. Алло? Алло, Максончик. А кто создает? Слава, чипс создал. Слава чипс создал. Почему чипс создал? А он мне дал инвайт уже. Я создал, брось, нормально. Да, а когда игра вышла? Если что, Лерон Барон запостил с ОТГ. Ничего не поняла сейчас, но прошла дальше. Блять, у нее совсем так, я не знаю. Это просто какой-то, знаешь, девочка-гений в этом плане. Как ты назвала? Девочка-гей. О. Гау. Охуеть. Бля, кофе эту игру желаемо добавил еще в сентябре. Кофе? Да. А, козел кофе. Так, Инглейд, полковник, Скиллзор, инсайдер. Давай.
Если что, у вас проходит всего один человек. Сейчас трое вылетают. Понимаем. Гвин выиграет, спорим. Все, погнали. Да, ну не, не, ну Да. Вот у вас, а вебка на полуфинал нужна? Я видел, как ты играешь. Да. Нет, ты только на финале вебка будет, только на финале. Понял, понял. Ребят, все под контролем, я первый застрелюсь, не переживайте. А финал БО3? Почему? Нет, нет, БО1. Гвин сейчас так меня наебал. Понял, понял. У меня скин не тот. А у меня лисичка. А, полезите меня. Ребята, у меня тот скин. Надо перезапускать или нет? Не, не надо, ты чё? Не-не, конечно нет. Пошёл он нахуй, блядь. Только не ливай слов, если застрелишься, чтобы не, я помню, помню, брата. Но с божьей помощью прорвёмся. Ребята, у инсайдера мышка вся в смазке. Могу мисс кликнуть, предупреждаю. Только, ребят, не забывайте говорить, пожалуйста. Один тузик пошёл, ребят. Один тузик пошёл. Я теперь грустный Джоли. Нет, Джоли, я же вылетел. Да пиздопол, он пиздопол! Он пиздун, столько нет физически. Да. Кто? Да регай. Да жми, Макс, он говно. Сань, говно, Макс, когда тебя обманывал? Сань, я тебя, Сань, вот тебя никогда не обманываю. Все. Так ты зажми хэ, блядь! Ну, Макс! Как затрясся, а тузиков-то у Гвина нет, затряслись ручки-то, блядь, его, сука. На бачи лапки, да кури сигарету. Закрой рот, со лиса, блядская. Извини, пожалуйста. Тогда продолжаем игру. 50 тузиков. Это точно пиздоболие! Вот это точно пиздоболие! Да, бля, пиздоболие! Дабую! Ну, Саш, ну я ж тебя никогда не обману в жизни, Саш! Бля, Саш, ну вспомни, как мы в 89-м складе были! Ну вспомни, Саш, ну что ж ты? Саш! Давай, Сань, пока, блядь! Если я вспомню схват, я застрелюсь, блядь. Тоже верно. А, я думаю, кто орёт, блядь? Это Макс орёт. У него ник инсайдер, блядь. Я думаю, где Макс? Как его тише сделать? Легенда, блядь. Блядь, ну это такой минус вайб. Дамы. Дамы. Две дамы. Нахуй, блядь. Одна дама. Одна дама. Одна дама, да? Одна жмойка. Ну давайте еще по одной шлюхе скинемся. Давай. Давай. А то придет Витя, заберет тебя. Согласен. По одной так по одной. Нихуя себе. По одной с басы. Это уже, ребята, перебор. По одной, ну не, давайте все-таки еще по одной, друзья. Давай. Ну мне кажется, что ты снова Саш, пиздишь, Макс. Саш, вспомни мои слова, Саш. Макс, ты пиздишь, покачай головой. Нет, наоборот, не так! Нет! Макс, ну я сейчас... Ну не, Саш, ну... Саш, ну никогда тебя в жизни не обманываю! Ладно, доверюсь. Бля, ничего, пиздоболы, сука. Кого-то слишком много... Ай-яй-яй! Извини, скиллс. Не смотри в дуло, скиллс! Чипс! С первой! Чипс, ну шанс. Блять, ГГ. Так приятнее будет. Да не-не-не. Жив. Ладно, осуждаю, Ром. Осуждаю. Я что-то сегодня наваливаю. Да. Ты сегодня даёшь жизни, блять. Ого. Ты хочешь, чтобы я в Стамбуле уже не постримил? Так, что у нас тут есть сегодня по карте? Ого. Так, началось снова. Мы так снова сейчас по кругу пойдем. Типа, нормально, по одной даме пока сбросим. Одна не, по одной шлюхе можно, нормально все. Это тебе Юлька сказала? По одной даме пока сбросили на стол, найс. Значит. Согласен. Алло, скиллщик! Стреляйся, полковник! Да-да-да! Тащи давай, скиллщик! Да-да-да! Нет, ребята! Да-да! Нет! Я убил полковника! Сука. И ушел. Блять, мы сейчас будем в наблюдателях. Ну ладно, похуй. Так. Славян, ну ты подустал. Максюш, говори правду только. Я сейчас посплю и вернусь, бро. Саш, я тебя никогда не обманул. Взяли бы за рога, блять. Вскрывай. Брат, я могу вот так менять. А, ну-ка, погляди его туза. Да. Смотри, мы вот туза. Тут непонятно, блядь, нормально, вот так. А почему будет вопросики раньше охуенно было видно? Никогда я был. Наверное, антистрипсайп. Ну никак, Саш. Саш, ну я ж... Стой, брат, а у них у всех ну по одному. Да ну сука, ну да, Макс, ну да, нет. Да. Может перезапустим, они втроем перезапустят просто? Зачем? Не-не. Чтобы видно было. Так у них уже... Нормально. Вот Гвин сейчас улетит нахуй. До свидания. Не каркай! Чипс! Чипс, я не могу тебя застрелить.
Стреляй, так я сам стрелюсь. Не, Саш, я сам застрелюсь. А я могу ходить. Я уже мертвый, какой Саша, блядь. Ебать, а можно еще дальше? Я да, ну куда ты? Зайди. Я поехал, брат, давай. Ну, блядь, ну покажи нам. Что за камера, долбоебский? Ебать, у нас обсервер. Нас обсервер, пиздец. Одну. Я просто улетел, брат. На две. Все, всем спасибо. Спасибо, братик, ты легенда. Квин дал жизни, брат. Бля, лучше бы не просыпался вообще никогда в жизни, бля. О, сожидаю, бля. На одну. Бля, обидно, пиздец. Да, реально, блядь. Ай-яй-яй. Ну, Санька, ну шо ж ты? Бля, чипс. Чипс, чипс. Это пизда, это нет, пизда. Нет, 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 он не выстрелит. Он не выстрелит. Найс. Ну, надо Макса бля переиграть, чтобы он с первой заебашился, блядь. А у него ноль? Да. А у тебя видно? А у свиньи реально три пальца? А свиньи реально в финал прошли, блядь, все. У БК тоже. Не, Лерон заруинил. Не, Лерон в полуфинале, она лисичка. Макривский, сука, надеюсь, ты тоже помрешь. Блядь, просто чел ахуй этот. Себе смерти пожелал, мне смерти пожелал. Такой добрый, да, человек? Зато да, маме да твоей здоровья желаю, кстати. О, спасибо. Вот так вот. Хоть тут чуть приятно. Да, ну все равно чел негативный какой-то. А как выиграть? Я самый добрый человек. А ты на его ебучку посмотри, он лежит там нахуй. Что? Сигареты. Где? Не, вот там я же никогда тебя не наебу. Так как? Ебать ебет, Максон! Не наебу, малыш, у него 4, себя ему дается каждый раз 4 карты, блядь. Что, не, чтоб ты понимал, у меня был... У меня был один король. Скинс, надо величайший камбэк. Чипс, камбэк давай, делаешь. Чипс, я чувствую его. Есть чипс фанаты Скилзора, чат? Нет. Я фанат Скилзора. Слушай, нет. Yeah. Он пиздит, Максюш, он пиздит! Не, он нормально, пиздит. Все нормально, все чипс, нормально. Чипс, он пиздит тоже, Чипс, он тебе в ответ пиздит! У нас чел, с таверны, понял, пиздит? Да. Да я лучше знаю, уже в таверне всегда лучше видно, алло. Тише, тише, тише. Чипс, нажми, чипс, чипс. Тишину. Дайте байбэк, ну самолю. $2000. Нихуя себе. А, сори, до свидания. Все, все, я его подошел, ребят. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сань, ой, Чипс, я ж тебя никогда не обманул. Да ебать! Как так-то, блядь? Чипс, я тебя никогда не обманул. Потому что я свинья. Чипс. Прощай, Скилзик. Не, живет, я это вижу. Фу, 4-6. Да, а я если что, я сейчас первый умираю. Бля, типа, если Макс отъедет, я охуею. Я с первым умру сейчас, я знаю свое видение. У нас просто бустол, где каждый по одной выстрелил, бля, и Скилз нахуй. One king. Чипс, хочешь ли контент? Он тебя наебал очень хочет. На контент. Смотри, стреляй с первой. У меня ни одного короля нет. Блядь, чё за хуйня? Ладно, Чипс, я верю, ты не выстрелишь. Ты живёшь. 50-50, скилз. Блядь. Блядь, Макс с нулём, если что, прошёл. Классическая свинья прошла. Пиздец. Работина нахуй. Друзья. Охуеть. Ну ладно, Макс, он идёт дальше. Давайте. Базар. Ну это реально W. Ты так сказал, как будто ему супер повезло, типа, а не каждого он отъебал там. Нет, так он без шансов, слышишь, выиграл. Ну. Охуеть. Подожди, почему без шансов? Я и Саня, по-моему, с первой отлетели, нет? Ну да, ну без шансов же. А все, у меня не было никакой, блядь, этой штуки, блядь. Все. Так, я скин не дали выбрать, блядь. Так, скажите мне, какой овердрайв играет, он жесткий? Гаечка, Скай и Хантик. Как долбоёб. Так, а кто там создаст? МР создашь? Нет, ты создай. О, Ктомчик еще, дару. Там еще не раз. Дару, Ромчик. Создавайте, МР. Не, я не знаю. У тебя компьютер лучше. Я отошел, короче. Бля, Даш, создай, пожалуйста. Пожалуйста, пока этот. Мне кажется, Даша больше гений, блядь. Нет, я тоже базар вообще не умею. Базар. Извини, Вать. Тут все на английском, как бы. Не почему понимаешь ты меня засунул в пачку этих гениев, блядь? Я хочу быть с Дашей, со Скантиком. Со Скантиком? В смысле, в сетке, блядь. Охуеть.
Пипец, так, не ожидал. Так открыто. Я тоже что-то нихуя не понял сейчас. Я тоже нихуя не понял. У меня команда, если что, никто даже создать не может, вы понимаете? Мы, походу, в офлайне будем. У нас даже никто в друзьях. Хантик! По ХЛТВ будешь смотреть. Да, бля, я не хочу, чтобы смотрели, как я тут. Бля, что это за команда лузеров, блядь? Нас все вот тельтанул уже, нахуй. Ни у кого в друзьях нет. Никого. И Хантик. Если нахуй ты удаляешь... Блядь, а как... Добавьте. Я добавил тебя. Прими. Тебе Sky скинуть? Принял. Да я его заинвайчу, Тимуру. Хорошо. Все, давай, инвайт. Нет, ты приглашай, ты создавай лабак. Окей, а гаечка есть у тебя? У меня нет. Пипец. В смысле, я лобби создавай? Да, да. Даже у тебя вагбан? Что? О, так она с читом эту игру ебашить будет сейчас. Нет, в смысле... Мне вагбан дали? Итак, что у нас по ставкам? А, ставок нету, бля. А вот есть новый. Пози, почему все гачка ТМ с вагбаном? Стоп, а где ставки на новый раунд? Потом я тебя инвайтнул. Тимур. Да. Ты сможешь инвайтил? Да, дал. Дай мне... Сказал, написал ТГ. Ну, как обычно, и смайлик. Нет, гаечки. Кто мне? Добавь друзья. А, или кто-то. Кто-то, блядь, ну. Да, поставки есть уже или нет? А, Марк, ну, сейчас. Гаечка ТММ добавил. Кстати, кто в друзьях, это плохая примета. Иди нахуй. А почему? Это хейтер мой личный. Да ладно, какой хейтер, я тебя мотивирую. Лёх, спасибо. Так, подожди, я не могу гаечки с ним добавь, я тебя кину, инвайт. Да я кину. Итак, лидером у нас пока что считают все Скайволкера, на втором месте Ктом, третий Квикантики, четвертое место замыкает гаечка. Что? Чего меня вообще никто не верит? А, ставки? Чата, вы почему не верите в гаечку? В смысле, она 100 из 100 сейчас выиграет? Кто выходит? С первого места только или? Только одно место, да. Первое. Ага, понятно, блядь. Не особо, да, ты как-то мотивация? Типа женщина. Ну, я с первой пули улетел в прошлый. Ой-ой, за Хантика кто-то влил хату, блядь. Блядь, сочувствую. По 4 миллиона? Охуеть, у меня на канале столько баллов в целом нету вообще. На Sky уже 11 лямов. На Ктома 9,5. На Хантика... Ой-ой-ой, на гаечку кто-то влил, ебать, просто лям вкинул. Так гаечка вырывается сейчас на третье место, она сейчас Ктома обгонит. С одинаковым скином можно даже. Нет, да, ладно, ребята, льем все на Хантика, льем на Хантика, льем на Хантика. Дайте мне кто-то демонстрацию, пожалуйста, дайте мне кто-то демонстрацию. У меня комп слабый, ничего. Понятное не дело. Да не, ну серьезно, ну дайте, мужички, чё вы. Бля, Ктом легенда. Чё, мне лисичку менять? Роман, победа тебе, нет, всем. Спасибо, братан. Какой хочешь, играй. До свидания. Давай, давай, Генрих, спасибо за участие. Ребят, у меня чел, который с первой улетел, 2 раза победы пожелал. Проебал. Зовите, да, зовите еще. Я пускай. Так это ж не значит, что... Даша, рейди нажми. Да я, у меня свою ауру, бля, передал, ебаную. Гоу. Стоп. Даша и... А, не единственное, Лерон еще есть. Ну, кстати, две девочки еще живы. Запускай, Марк. Ключевое слово? Живы. Еще. Почему к Тома звука нет? Ух, блин. А, есть, нормально, заебись, все. Идеально. Он у меня тихий просто. Все нормально. Ктом, что так низкая вебка? Ладно, даю вам жесткий предикт, кто выиграет. Стоп, там же видно, какие карты. Квикантик сейчас выиграет, ребята. Ну, Ром, ну хватит. Ты за что? Я кайф набиваю, братан, тихо, тихо. А че у меня лагает, блядь? Ну, братан, у тебя компьютер слабый просто. Вам хуйни. Так, ну чё, поехали, раунд королей. Давай, Марк. Хантик! Стреляешься с первой? Королёк. Не верю, нихуя. Бля, какой ж ты уебан! С первой, бля. Нет, ну ты вообще уебище. Не, иди ты нахуй. Бля, ебать вы потом. Хантос, вот... давай с первой. С первой пули давай. Давай, как легенда. Ну давай, свинца, блядь. А, изи, блядь. Легенда, нахуй. Дамы. У вас за столом есть одна дама, кстати. Хуяли опять я хожу. Ты проебал. В смысле, ты проебал, да? Дама. Может, еще раз ёбнешь его? Нет. Ну да, как будто он опять пиздит. Он пиздит, 100%. Он типа думает, что ты второй раз не подумаешь. Две дамы. Вот он точно пиздит. Проверь. Дама. Мне кажется, Лиса это, в принципе, скин пиздобола. Вы? Никогда в жизни.
Бля, ну вы все пиздите, как будто. Просто дебил. Дама. Вот, вот все, вот сейчас он врет 100%. Вот это можно проверять. Дама. И вот это можно проверять. Скай? Ну давай. А это что думаешь? И вот это я проверю, блядь. Ну давай, проверяй. Кто? Не надо кидать правильную и неправильную. В этом нет никакого смысла. Гайди, не гайди, чем быстрее у тебя карты уйдут, тем. Да, 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 все верно. В смысле, так ты кинул бы две неправильные, это то же самое, что одна правильная и неправильная. Тоже верно. Тоже верно, долбоёб. Нормально, тут он начал играть. Хантос! Я только. Спасибо, ребят. Через годик напишем. Спасибо, брат, спасибо, обнял. Давай. Спасибо большое, что поучаствовал. Это у нас короли? Нет, почти. Ну да, вообще. А чё у меня вылетело? У меня залагало всё. У меня ливнуло нахуй. А, так у нас Хантик из игры вышел. А Хантик, ты создал лобби и ливнул, да? Я правильно же понял? Блядь, ребята, извините. Давай создам. Удивляться, нет? Не буду. Ты пиздец. Я, кстати, ща бы выиграл, если чё. Мне тоже норм было. Ладно, там хорошо, что Хантик только один стрелялся, ни у кого нету больше этих. Да. Заходи, Даша, я пригласил. Вообще охуительно. Даша, зайдешь или похуй? Да, похуй. Сейчас все по-другому будет уже. Не, я вам все равно говорю, если что, Даша выиграла 100 из 100. Я вам все равно говорю, она в потоке сейчас. Кашмера иди. Бля, что за лобби? Посмотрите на это лобби, блядь. Просто две лисы, блядь, и собака. Ну кто вам украл у меня скин лисички? Моя лисичка, сучка. О. Ты чё охуел? Что, я про свою лисичку? О. Шмаляй. Охуеть. Этого Иван не ожидал. Теперь Тимур меня проверяет, сука. Даш, дамы, если что. Блядь, чел, это как диджей в Сербии. Мы были в Сербии на дискотеке, вот там диджей с таким же ебалом играл, если что, музыку. Я вам 100% говорю. Вот такой же вайб был, блядь. О. Где этот, который танцевал? Как будто надо сразу проверить, слышь? Я думаю, да, нужна проверка. Не. Пусть вот так вот, Тимур. Три короля. Да ну нахуй. Пиздло, пиздло. А как у тебя может быть три короля, когда у меня три короля? Я и обманывать, Тимур. Не, он пиздит. Думаешь, да? Тимур, думаю, никогда да. В жизни. У чела три короля, когда у меня три никогда короля. Никогда в жизни, у меня Тимур. Тоже, у меня тоже. У меня тоже много королей. Никогда в жизни, нет, у меня тоже много королей. Тимур, я тебя хоть раз обманывал в жизни? Да. Нет. Да. Давай, давай, кидай уже свои короли. Ладно, я кидаю. А, блядь, у меня время закончилось. Ой, а кто у вас уже улетел? Ну, я нормально. Ты Хантик, брат. Ебать поставил на Хантика. Один кинг. Я думаю, она не спиздела. Ладно, спиздела. Если что, Тимур, я в натуре три короля выкинул. А у меня тоже три короля было. У меня два короля было. Бля, легенда. Стоп, а он был хостом, он ливнул, типа его за. Да, 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 просто красный. Он ливнул. Красава, ни себе, ни людям. Он хантос легенда прям. Не, я все равно говорю, 99.9%, что Гаечка выиграл. Сори. А мне есть сигарета во рту, я чуть не вижу. Да-да-да. Да-да-да. Жесткий скин. А тебе в нос дымится. Так, это чё? Это королева. Не, Хантос, всё хорошо, брат, ты чё? Пофигу вообще. Вот так. Веришь? Да. Один. Туз. Как думаешь, я тебе верю? Нет. Я думаю, я тебе верю. Ну, заебок тогда. Кидай. Один туз. Легенда. Угу. Так. Чё думаешь? Случайно. А я два случайных, хотел один. Респект. Ой, ещё один туз. Верить? Конечно, Тимур. Верю, и у меня тоже ещё один туз. Ну? У меня тоже ещё один туз. Угу. Мне кажется, ты проебал. Угу. Чё, она вообще, блядь, не кидает нормально? Но у меня вообще нет тузов, что мне сделать? У меня три дамы, король. Слушай, не переживай, со второй не убивает никогда. Лису нормально. Фух, ладно, понятно, хорошо, блядь. Молодец, ладно. Я уверен, я с первой вылечу.
King Stable. Бля, давай на покчампе Даша доходит до 5 из 6, и вы умираете первые просто оба. Так и будет. Ой, ля-ля-ля-ля. King Stable, блядь. Долго одного короля умирает, не думаешь? Я не верю. Ой, блядь, прощайте, Мур. Давай, Ксон. Кто-то... Наигрались, нахуй. Я надеюсь на первую. У него ноль. Шмаляй. Бам. Там нет пули, братан. А, нет пули. Ну да, не видно. Не видно, кстати. Я первую хуйнусь, просто первую, блядь. Алисо. В прошлый раз я до двух выстрелов дожил. Говорят, интересный факт, гаечка еще ни разу X не нажала весь турик. А я просто взяла какую кнопку. Вот такая статистика подъехала. Че кинешь? Одна дама. Че, думаешь, я поверю? Да. Ну да, я поверю. Скайдайвер, человек, все заметили? Ну, это пока. Одна дама. Одна дама. Че у нас все по одной кидают просто? Я доверчивый. Я не хочу две кидать. Я просто боюсь. Ну, кстати, одна дама. Бля, Тимур пиздовол. Ну, немножко. Даша, X нажимай. Она все равно X не нажимала никогда. Сука. Пора саду подправить, Даша. Нет, Даш, не сейчас, Даш, не сейчас. Две дамы выкидываю. О! Она не пиздит. Смелый ход. Я тоже одну даму выкину. Бля, все. И что мне делать? Кидай карту дальше. Даша, а теперь Х нажимай. Да, но Скай сейчас первый убьет, мне кажется. У него нету больше, мне кажется. А я могу Х нажать? А вот так, если. Вот так точно нету, нажимай. Нажимай Х. Ну нахуя у нас гайдеры в Дискорде сидят? Нахуя гайдеры у нас в Дискорде сидят? Не, я просто сказал, что тебя с первого убьет с пистолета. У гаечки Х теперь 100%, понимаете? Она один раз нажала, и это 100 из 100. Фух, блядь. Кстати, Манёк, лучше по игре не говорить. Да, завали ебал. Там этот, просто у нас карта есть, но... А, кстати, вот. Реально. Да, вам лучше не говорить. Вы же видите, я, кто по карте. Я сказал, что Sky с первого несет, но мой предикт не зашел. Я чё, блядь, что это нахуй? Ну, ходи. Ой, мой, я, кстати, даже не задумался об этом. На Тимуре. Мне кажется, ты пиздишь. Правильно, кажется. Она чувствует, она... Не, она это чувствует. Не, я вам говорю, она это чувствует. Ваня, короче, не пиздел ей ни разу. Не пиздел, раз напиздел. Она так поворачивается на нее, говорит, мне кажется, ты пиздишь. У меня ноль эйсов, если что, вообще. Ноль джокеров, ноль эйсов. А у меня три было. Она говорит, спасибо, что кнопку показали. Блин, она сейчас каждый ход будет икс просто. Она как Кори МС, блин. Ой, блядь. Ну что? Это дама, да? Нет, блядь. Опа. А ты думай. Не, мне кажется, ну хуй знает, не, я не буду рисковать, поэтому кладу одну даму. Ну, респект, и чё? Респект. Ладно, одна пусть будет дама только. Бля, у вас никто еще больше одной не кидает кивачку на пиздец. Не, да я вот нахуй загляд, надо. Ну, просто лобби чмыри, сука. Знаете, Тимур, еще даму. Смотри, уже дохуя даму. А что у тебя их бесконечность там, блядь? Ну, а как иначе? А что у меня? А, на пробел выделять, ебать, прикиньте. Я на Е сначала всегда. Я тоже на Е кликаю. Нет, Даша. Ну, а пол. Еще одну. Потом надо уже говорить то, что ты обманываешь. Что, ладно, похуй. Что, я говорю еще одну, и потом надо уже говорить то, что обманываешь. Нет, ты сказал, ладно, похуй. Ну да, еще одну. Ну что, блядь. Ну проверяй. Ты, ладно, похуй бы не сказал на даму. Вилисы ебаные. Ебать, ты просто шевелишь ушками. Пиздобойно. Сука, ой, ебищ. Хорош. Попал. Сдохни. Если я сейчас умру, тебе никогда ничего не выпадет с кейсов. Сдохни, мне похуй. Там нет пули. Я сейчас умру. Даша думала, что она стреляет. Я думала, что мне Скай говорит, сдохни. Даша испугалась, блядь. Да, я тоже там недавно кинула. Тем не было. Обманула, Даш? Охуеть. Эйсы, прикинь. Охуеть. Не, если бы в жизни играли вот такую хуйню.
Я бы, если бы там один патрон оставался, вы бы все стреляли или кого-то бы вольнули? Какой я тупой. Не выбрал, да? Кому ты пиздишь? Я внутри не выбрал. Пиздец. Какой к тому руина? Это пизда вообще. Ну вот как мне играть против, ну, как бы так, чтобы не обидно, блядь. Ну я на Е тыкаю, ебану, я не на проверил. Я тоже одного кидаю. А чё ты не проверил, долбоёб? А ты ж байтишь меня. Нет, я что, я серьезно не выбрал? В тот ладно, момент я... И что, ты не Иса кинул? Не знаю. Я три кидаю. О, веришь ты? В эту хуйню? Верю. А ты доверчивый, блядь. А я два кину. Нихуя у вас слышит зов, пацаны. И девочки. А как так получается? Тимур, у тебя ебать не должен. Получается, Тимур, у тебя ни одного. Кто-то из вас пиздит. Кто? Ма. Чё ты киваешь? Чё ты на меня смотришь? Ты в игру сказал? А как я это сказал в игру, блядь? Ну ладно. Опа! Как будто бы уже пиздят. Пиздят. На. А есть инфа, как мне играть с нулём? А у меня тоже ноль было, я три выкинула. Почему одно подсвечивается, а второе нет? Потому что один... Давай, Скай. Спасибо за участие, брат. Давай. Не-не, живёт. Фух, слава богам. Хорошо. А сколько у меня уже? Три, брат. Мне везёт, я с первой пули в прошлый вылетел. Везунчик, блядь. Я со второй. Я хожу, кстати. Легенда. Напиздит на первом ходе. Я сказочный пизда был. А я? Чё думаешь? А я говорит! А на пол. Одного. Я одного. Я на Ешку кликаю, блядь. Ну, а ты говоришь, что я долбоёб. Ой, я на одного случайно. Ой. Ух, нихуя. Это байт был? Гениальный. Я просто случайно. Два хотел. Ну, похуй. Одного. Я одного. А что, у нас у всех по одному, блядь? Ну, так уже что-то дохуя там. Да. Даш, то есть ты сейчас поверила ему? Блядь. Чё поставишь? Чё долго думаешь так? Долбоеб. Ай-яй-яй, Даша. Бля. Стоп, в смысле? Так это ж... А, это эйс, блядь. Думал, это кинг. Умри, пожа. Найс, блядь. Дарья. Одно уебище. Ну что ты, хуйло. Раз на раз. Наверное, я. Ну. Да, ты. Жалко, Дарья. Два. Ой. Ну похуй, пусть будет три. Это точно два. А тут можно все карты выкинуть, кстати? Нет, три максимум. Ты выкинул два правильных типа и третьего случайно нажал, да, на пробельчик? А если Джокер и 2, это будет считаться правильно? По идее, да. Вот сейчас проверим. Если чё, я опять случайно выкинул. Но Джокер ну, вот я так и подумал, потому что ты еблан. Он 2 выбирал, я так... Да. Шмаляй. Кто он, КБТ ГГ? Предлагаю сдохнуть. Не, живёт, смотрите. Сдохнуть. Бля. Я ж нахуй. А кто, сколько у Ктома? У него 3. А, ну у вас равная дуэль, окей. Стоп, а кто сейчас? Ты опять ходишь? Да. King Stable, да. Угу. Короли. Стейбл. Шансы всегда 50 на 50, либо выстрелишь, либо нет. Согласен. Ван кинг, да, у тебя. А если у меня еще ван кинг есть? Охуеть. Если ты пиздабл. Уебищ. Если что, я опять хотел 2 выкинуть и не пошла шпилка. Да шмаляй уже. Я на 2 нажал, я думаю. Шмаляй. Умри. Бля, я почему-то так и знал, я так и знал. Блядь. Живем, живем. Я снег выстрелил. Все, у него 50 на 50 сейчас будет. Угу. Ноль шансов умереть. Ага, кинги, блядь. Два короля, да. Два короля. Да. Как он переспросил? Как он жился в роли персонажа этого? Чё думаешь? Один король. А я думаю, ты пиздабол. Про джокеров не забывай. Пиздабол. Тупой. Бля, ебать, тебе собака. Я за тупого тебе не поверю, блядь, я за тупого просто. А ты, кстати, на туре двух-трех королей? У него, чтобы ты понимал, вообще ни одного не было.
У меня ни туза, ой, блядь, ни короля, ни джокер. Давай, блядь, братан. Ты живёшь. Да шмаляй уже, заебало. Бом. О, я верю. Если надо проебать сейчас. Первый. Я готов надо проебать. Сейчас проебать. Давай, проебывай. Ладно, Скади, контент лузай. Давай. 5 из 6, нормально, дыхабельно еще. Одна королева. Одна королева. А следующий уже 100%, да, убивает он? Да, да. Все. Ты когда так ходишь, ты всегда одну ставишь королеву именно. Одна королева. Вот тут я тебе уже не верю. Ебать, ты с замедлением смотришь, походу. Не, если что, у меня сенса опять. Даже тут, блядь? Я, кстати, королеву поставил, если ты не заметил. Ты легенда. Вот это ты проебался. Все, прощай, блядь. Ай! Бля, почему так сложно? Почему так сложно, блядь? Хорош, хорош. Сейчас не убьет. Смотри, кто сейчас не убьет. Не убивает, Тимур. Хорошо, поздравляем. Не, кто в такой ситуации, когда у тебя один патрон, надо было в него стрелять, конечно. Никто бы ничего тебе не сделал. Бля, легенда. Крути башкой. Так, погнали. Сенса хуёвая какая-то тоже. Оп. Так. Да, еле-еле. Где Даня? Так, есть. Так, теперь у нас... теперь у нас контентик, нахуй. Теперь у нас, блядь, победители ебаные. А кто у нас? Сейчас финал верхней сетки. Овердрайв, Строга, Макриски или Рондарон. А, лохи. Так, если что, вы двое проходите финал. Двое проходите финал нижней сетки к Скаю и... И кто там? Блядь, с головы летело. И к Максу. Фрирол сейчас. Да, у вас есть шанс. В любом случае, никто не вылетает сейчас. Так. Чё, тебе хостить или кто-то больше ФП захостит? Да, захостит. Похуй, там, блядь, нихуя почти не влияет. Всё, давайте, гоу. Давай. Кромчик, спасибо за участие. Не дай бог. Пройдёшь, с первого умрёшь. А, Строга, там и Строга. Пусть Строга захостит. Да, у него заебись. Базар вокзал. Так, а Строга нет, подождите. Сейчас, опасайся, скажу быстро, пока все заходят. Я в игре уже. Давай, хорошо. Так, что у нас? Алло. Что у нас, блин, по времени? А, у нас пришел. По времени все заебись, кстати. У нас... А сейчас катка, следующий финал. Все. Норм. Так. Вань, заходите, пожалуйста. У тебя все есть, друзья? Овер, наверное, нет. Кто еще? Овердрайв. Строго. Да. Это ты. Макриски или Рон? Лерон есть? Я тут. Вань. Должна быть у него. Так, где? Да, должна быть. Не всякий случай кинул. В Дискорд водос. Окей. Есть у бустера в друзьях? Да. Кого у тебя ник? Дискорд скинул. 77-31. Да. У меня Ванюк еще в сети пока что. Так. Добавил меня, да? Да. Если что, финал за минуту сыграем, но посмотрим. Принял. Ну, если честно сказать, очень много ребят не стреляются, вы заметили? Очень много ребят не стреляются. Я думал, что все будет намного быстрее во многих матчах, типа, ну, там по факту очень долго игры игрались. Мне кажется, тут подкручивает. Ну, а это Лерон дал. Подкручивает. Овер удрал. И кто еще один? Мне. Так. Тебе игру зашерил. Фу, что за скин? Так, Иван, спасибо. Я где? Опа, пиздец, я Лера, нахуй. Это самое... Это самое киберспортивное лобби, ребят, сейчас. Не, я знаю, кто должен вылететь нахуй из нашего лобби сейчас. Ну да, тут все видно. Не, у вас два вылетает, если что. Ну, один два точно вылетают. Мы знаем, кто. Да, два вылетает в финал нижней сетки, а два в финал верхней сетки, поняли? Все ради? Да, поехали. Бля, легендарно. Че, Вадос, ты все еще сидишь? Ну че, братья, свиньи, давайте. Пиздец. Бля, Лера, не знаю, не самая лучшая у тебя компания. Да пиздец. Три пиздобола, просто они так пиздят искусно. Особенно вот Ромчик.
Да, бля, я вообще ни разу не пиздел в прошлой. Ром. Ты умеешь пиздеть. Бля, ну тут чисто такое пати потников, понял, как будто? Овер такой... Овер вообще, кстати, не разговорчивый. Потников в прямом смысле слова? One is. Пошла. Пошла возня, пошла возня. Первая стопудово, как бы не я стреляюсь. Не, ребят, первая мирная, да? Неужели распиздела, нахуй? Извините. Не перепутать. Ой, в руководстве это. А чё, овердрайва какая-то штука сверху? А, это то, что он ходит, чё? One is. Чё? На. Еще один туз. Фу, блядь. Хорошо. 50 тыкал. Хорошо. У меня нет вариантов, сори. С первой, пожалуйста. Всем пока. Да-да-да, пока-пока-пока. Ну, хоть там плавал. Так. Уинстей. Давай, Лер, у тебя теперь первый ход. Понял. Кто там, блядь, что-то так говорит, блядь? Две дамы. One queen. Two queens. One queen. Еще одна дама. Ребята, рай у нас тоже мирный. Одна дама. Еще одна дама. One queen. Ой, не то, не то. Ага, нихуя он фейкует. Нет, так он реально фейканул так, то что этот. Two queens. Дабл фейк. Еще одна. Я не верю. Бля! Иван прям я чувствует, дам. Блядь. А у меня, просто, если что, вообще не было дам. У меня тоже не было, я ни одной дамы не выкинул. Я бы на следующий, если до меня дошло бы, я бы Ром тыкнул на следующий ход. А, у меня один джокер остался вот как раз. А, да? Да-да-да, у меня типа... Четыре фейка. Три дамы и два джокера сейчас было. Охуеть. Смотрите, у меня джокер был. Ничего, что я выиграл в прошлый раз, блядь, с одной картой, блядь. Я сейчас тоже выиграл, на руках с одной карты. Нормально, нормально. Нет, что, это лобби такое прям. Это, а сейчас что? Да, потненькое. Тузы, тузы. Эйс, блядь, написано. Сейчас короли. Не, ну, что ты его слушаешь? Короли сейчас, он тебя обманывает. Два туза. Ребят, пиздит, у меня четыре. А, нет, походу не пиздит. А, так у овера нету. Бля, есть походу, сказал он. Что думаешь? Конечно. Что мне надо скинуть? Ой, блядь! Как будто пиздец! Как будто пиздец, слышишь? Бля, что я сделал, ребята? Всем Оскара. Сериал на РНТВ возьму с такой. Иван. Блядь, сердце заболело. Ой, кажется. Иванек, я тебя никогда не. Очевидно же было, что он пиздит. Ну давай, теперь застрелюсь. А у тебя нечего было, что ли? Иванек. Не, у меня один тут. Свиньи ни разу не застрелятся. Свиньи будут до конца сидеть за этим блядским. Изи нахуй. Блядь, что за хуйня? Просто 0 из 6 уехал. Что за хуйня? Только не ливни, пожалуйста. Да я уже понял, я чуть этот Alt F4 не нажал. Alt F4 не жал, как Ханч, да? Я бы нажал бы. Это такая вот игра классная. Не-не, если что, Иван никуда не вылетел. Иван просто решил Скайуокера выиграть. Две дамы. А, я не вылетел еще? Ты не вылетел. Она фейкует с первой, я, бля, клянусь, овер, доверься мне просто, доверься, она фейкует с первой. Кто будет две дамы на первой? Ты просто играешь на одну игру больше. Вряд ли. Ты сразу Некс играешь. Ну сейчас тебе две дамы кинь, смотри. Против Скай и Макса, бля, ебать там пачка сейчас будет охуенная, кстати. Кто присоединится к ним? Скайуокер, Шадоукек, Строга. Кто ж знал, что я не вижу? А, все, я знаю, кто присоединится. Ладно, братан, еще свиньи не умирают с первого больше. Теперь точно. Ты будешь жить. Я буду жить. Чё за хуйня? Обещаю. Блядская лиса, чё она делает? О, стоп, Лер, так мы уже с тобой в финале. Так, смотрите, вы, если что, вы уже в финале, если что. Да, братан, я смотрю налево-право. Да, да, то есть, ну, как бы, если что, это всё. Но мы можем не доигрывать. Мы можем не доигрывать. Не-не-не, играем. А зачем? Я хочу прочувствовать её. Ты уверен? Ставка. А Даша не против? Да, да. Ставка, ну окей. Ну давайте доиграем. Я на тебя влил миллион. Ну хорошо, ладно. Я тебя наебал сейчас. Ну ладно. Окей. Я тебе еще два таза. Сейчас точно наебал. Нихуя у меня фрагмувик сейчас снимает. Да, проверим. Блять, я наебал, что тебя наебал. Да. А я тебя, кстати, не наебывала.
Правильно? Ну, правильно. Мило. Давай, Лер. Ай, она не валяется, я смотрю. Ром, а сколько у меня? 3,6. А у Ромы 0. Но тут тенденция такая, что, скорее всего, Рома умрёт со мной. Поэтому тут, в принципе... Кто? Лер, если что... Лер! Да, пищу, у меня одна дама всего. Лер, если что, то ты, возможно, в ТЦ пойдёшь со своими деньгами, ты понимаешь? Я сказала Ване, куплю голую статуэтку Виктории Бекхэм. Базара нет. Нихуя себе. Бля, это, я клянусь, меня с первого вольнёт, походу. Ну давай проверим. Нет. Ну ладно. Так, что тут? Бля, у вас такая разница, если честно, там 50 на 50. А у Ромы 100 из 100. Убьёт, не убьёт. Не-не, Ром, у тебя 100 из 100, я тебе говорю, не проигрывай. Лайер. Блядь, слышишь, походу пизда мне нахуй. Ром, да созвони. Ну ладно, братаны говорят, походу, мне конец, нахуй. Ром. Ну не надо, дядя. Ром, я целюсь. Не надо, дядя, пожалуйста. Опа. Блять, повезло. А не. Живучий попался, гад, слышь. По сравнению это со своими друзьями. Да-да-да, что-то слишком. Что тут? Пацаны, ебать, вы полуфинала дали. Two aces. Чё думаешь? Ну, думаю, блядь, дела отличные тут у меня. Three aces. Да, 10 нахуй, выкинь. Да, да, Ром, пока. Ну, охуенно придумала она. А у тебя реально 5 было или ты наебала? Нет, я наебала в первый раз. Пизда тебе на. Рома. Ну, мне пизда, наверное. Повезло. Роман. Да, повезло, повезло, что у тебя, блядь, этот, нахуй, 3 aces, блядь. Ром, мы все равно прошли, что ты агрессируешь. Тише, тише, тише. Я баллы влево. Ему не важно, ему главное победа в любом месте, мне понимаешь? Не важно, извините. А. Мне не надо. Ладно, сейчас я тебя наебываю. Ван Куин. Зачем ты меня обманываешь? Ван Куин. Ван. Опять наебал. Две квин. Охуеть. Опять наебал. Она сейчас две скидывает, две одинаковых. Она сейчас пиздит, она сейчас пиздит. Пиздит, пиздит. Пиздит, конечно. 50 на 50, Лер. С одной дамой братан был. Таща меня вся, все, пока. Ебать, все дуло прям в голову засунуло. Какая, Роман. No, легчайшая. Все равно выиграли. Nice. Для кого? Для величайшего, ебать. А, изи, Роман. Тут реально величайший. В целом, Ром, сейчас ты потратил две своих попытки на то, чтобы не умереть первым в финале. Да. А я наоборот сюда карму набил. Бля, представь, это реально, если так работает. Так я даже перехостывать не буду. Я буду в этом лобби сидеть. Бля, что за легенда, бля. Ну да. Кому инвайтить? Так. Shadow Kek, Skywalker, Overdrive. Sky, Over... А Макс у меня нету. Призовой есть, ебать? Понимаю, инсайдер, да, $5000, брат, USDT. Это на что? На что? На одного человека прям, победителя. А, один чел только выиграет? Да. Нихуя. Ну, я... Лер, у тебя... Очень я надо. Честно думаю, что Лера выиграет. А чё? Что у меня? У тебя инсайдер есть в друзьях? Да. Сейчас я его добавлю. У него, да, Макс играет ведь? Да. Да. Пусть он меня добавит. Макс! А вот он тут. Максончик, добавь. А Макс тут? Да, но у нас уже не фулл лобби свиней. Ну там мой овердрайв переебался, если что уже. А, я что-то это даже... Все нормально. Свиньи на месте. Тут двое тоже выходят, да? Так, вы помните, что на финал вы мне должны вебки? Уже 3 человека как минимум. А ой, 2, 2. Выходить в финал тогда. Тебе есть, ты без вебки будешь. Где Макс? Я тут, Иван, захожу. Прими друзья меня. Забавно, если бы я сказал, слышь, финал с вебками, и туда бы кто мы Скай прошли. Нормально, дышим, ребят. Финал с фотками. Готовы, Киев? Готовы? А ты готов, Макс? Я да. Ты не добавил друзья, Макс? Нет, Иван, а как? Добавь, в Симил инсайдер добавь. У тебя заявка, он тебе кинул заявку уже.
Вижу. Блять, я говорю, Херон Барон выиграет турник. Просто... И вот этот пост будет в Телеграме. Ничего не поняла, но как-то выиграла. Принялся Иван, пригласил, смотри. Да, пригласил. Это именно гадка какая-то. Так, поехали. О, блядь, три свиньи. Это конец. Так, поехали. Финал нижней сетки. Ну я должен когда-то сегодня с первых. Два, да, проходит вода с первых. Два. Да, два проходит. То есть, первых. Смотрите, ребят, вы умираете, и можно оф. Бля, там опять ставку сделали. А почему я, кстати, пиарю никнейм инсайдера бесплатное понять не могу? Почему я сижу с него никнеймом? Не знаю. Я могу сделать вот так, Макс. Как? Все, брат, инсайдера нет. Смотри. Он просто тебя убрал с вебки. Найс. Видно только твой нос. One. Ладно, рисковать не будем, ребят. По одному скинем сейчас, по королю. Да, поддерживаю ты. Один король. Ребят, чуть по одному скинуться надо. Я поддерживаю. Овердрайв чисто молчаливый. Не, я сейчас. Овердрайв шум удает. Я поддерживаю. Я на фулфокусе сейчас. Ребят, ну по одному все скинутся. Ну никто даже не спиздел сейчас, по-любому. Ни в коем случае. Кто пиздел, покачайте головой. Вон овер. А, ну ладно, ему можно. Ладно, давайте еще по одному тогда. Ну давай, еще один король. Давай, еще по одному. А че это свинья так долго думает? Бля, тупой, бля, тупой бля. Шаг нахуй. Давай, все, похуй, застрелюсь первый, блядь. Нет, Иван! Давай с первой. Ай-яй-яй. Не в этот раз. Не пошло. Я себе карму набил. Короли, значит, да? Три короля. Да ну нахуй. Три короля. Ну как будто, блять. Ну это Иван. Как будто пиздит. Ну, я тут просто беспроигрышно. Понятно, блять. У него ни одного нет, ребят. Скорее всего. У меня один есть. У меня тут беспроигрышная. Один король? Один король. Подожди, Иван скинул три. Овер еще одного. Овер еще одного, и ты одного. Ну смотрите, я скидываю еще одного. Проверяй. Не, кто-то должен пиздеть, по-любому. Иван, он пиздит, он точно пиздит. 100%. Не, он не пиздит, Максюша мне не пиздит. Ну, Ванек пиздит. Последние карты проверяются по факту. Ооо, бля. Теперь королей скинул первый. Да, да, да. Я первый сканул. Макс, я скинул нормальную, да, карту? Да, я королев. Вот и все. Блять, я ж поверил, блядь, как будто увидел этот выстрел, нахуй. Я клянусь вам, блядь. Я как будто сам застрелился. А кто умер? Ванёк умер, блядь. Иван, да. Че, мне верить в это? Ой, блядь. Что думаешь, Макс? Ой, блядь. Не, ой, не, блядь. Он, да, сейчас он, если что, он пиздобол. Он ой, пиздобол. Блядь. Он прав, это двойной ой, фейк. Блядь, он... Эйс? Эйс. Ну на, еще эйс. Дэнку зря его дал, походу, водос. Не, это че, брат? One is... Да, мы по одному скидываем, да? Да. One. Я поддерживаю вас. Макс. Овер, ты меня знаешь. И, смотри, я единственный человек, который тебе все занимает деньги. Я тебя никогда не обману. One is. А что-то много у вас, не? Ну, как будто дохуя. Это пиздёж. Овер, я тебя никогда не наёбываю. Ну вот, блядь. Тупая свинья, бля, глупая. Говорю, что никогда тебя не обманываю, нахуй. Соберись. Овер с первой. Чё ты его не проверяешь? Почему ты его не проверяешь его? Так я, если что, не спиздел ни разу. Ну стрельни, Не-не, я говорю, Скай, первый, я улетаю сейчас первого. Я думаю на себя. У меня игра залагала. У меня игра залагала. Мы, кстати, мы тебе верим, кстати. Все, фу, блядь, лагало. Не, правда лагало. Мы тебе поверили, кстати, брат, я тебе без шуток. Я тебе клянусь, блядь. Да мы, я говорю, мы верим, мы видели. Два кинга. Мы видели, как залагало. Два кинга? Два кинга два раза, прикинь. Пиздишь. Нет. А овер сколько кингов скинул?
Два. Бля, самое главное не сдохнуть час и все в финале. В смысле? Так у меня то, у меня просто тоже два кинга. Дальше ну, самая важная смерть будет. Самая важная смерть, да. Дальше все. Кинг, да? Ну, как будто две свиньи должны финал пройти. О, не доверяй ему. Я против. Скай против. Смотри, я вот чисто ради контента нажимаю сейчас ха. Не надо. И стреляю с первого. Не надо. Да сын собаки, ну не нажимай, блядь. Слушай, у тебя скин собаки. А, ну скин собаки, да. Бля. Давай, пока. Не надо, блядь. Ну не с первого. Я два раза с первого умру, я не... Блядь, нет. Я верну деньги за игру. Нормально, нормально, Скай. Ждет, пока два часа пройдет. Он не успел. У меня две минуты осталось до возвращения. У тебя две минуты до... Тяните время, пацаны, тяните время. Оп, Квинс, прикиньте. Квинс? Один Квин. Не пиздит, кстати. Ну, ну давай по одной шлюхе скинемся. Давай. Чё, Лайер сказал, у меня даже анимации не было. Ебать, без анимации даже. Охуеть, это читы, мейби? Ебать! Не верю, не верю, не верю с первого, не верю. А я верю, кстати. Блять, ебать, вы еще ёбнутые. А у меня сколько? У меня тоже одна? Алло. Да, у тебя одна, у всех по одной. Блять, Костян сломал руку, написали. А куда он Лайер-то нажал? Это куда, блядь? Он мне стулево не верит. Он просто по столу газанул. Ладно, иди. Вот так. Овер. Ладно, он что улетит, смотрите. Овер, стреляешься? Не летит. Это хуйня везучая, я тебе говорю. На, смотри его везение. Мне кажется, ему реально повезет сейчас. Конечно, повезет. Конечно, повезет. Бля, какой ты уверенный. А кто по баллам в топе? Two Queens, да. Скай был в топе. Ваня на втором. Что думаешь, Макс, я делаю? Пиздит он. Ну он пиздит, понятное он дело. Пиздит, стой-то. Ты ха нажимай. Да нет, хуйня иди. Согласен. А почему у свиньи глаза синие? Потому что она пиздит. Бля, ну Бобик, ну давай думай, ну ёб твою мать нахуй. Пиздец, я вам. Нет, карты нельзя, чтобы было видно. Чё, мы три ёбнешь? А ты, Макс, вообще его хоть раз проверишь ради... Мы тебе вот, кстати, на финал можем 4 демки дать, ты будешь просто... А как, мне неудобно будет. Бля, Макс, ну ты зачем? Кто-то вылетит, понял, ты на next демку прыгнешь. Макс. Ну зачем, блядь? Всё, ребят, ну, спасибо давай, большое давай. За стрим, всем хорошего настроения, всем пока. Не-не, ты живешь. Ты жив. Фу, блядь. Хуесосы, блядь. Макс. Блядь. Макс. Макс. Да. Вот давай, знаешь, что я тебе предлагаю? Давай мы просто вот два ствола выебем из камеры. Нет. Мне если что, Макс ТГ писал, что мы тебя ебашим, да. Мне тоже он написал. Да давай-ка мы вдвоем Макса выебем тогда. Давай, блядь, все, он распиздился тогда. One queen. А, с королевы, да. Три дамы. Мне кажется, кто-то пиздит от нас. Ты три дамы кинул? А, нет, нет, я две, он одну. Ну я тоже одну. Четыре? Четырех не бывает? Четырех не бывает. Шесть бывает, брат. Это уже пиздит, кстати, Максим. Или он пиздит. Или я пизжу. Макс. Ну я пизжу, блядь. Бля, вот. Если я сейчас умру, со второй обычно. Бля, пожалуйста. Пойдем поровну идете, пиздец. Вы, кстати, очень потно. Это будет нечестно, если я сдохну. Давай, малыш, Бобик. Это будет нечестно. Нет, да нет, ты не умрешь, нормально. Ну пиздец, бля, идите нахуй. Опа, 4 вебки у Водоса на финале. Супер честно, блядь. Лучше, Макс. Хорош овер. Бля. Супер честно. Какие гады, бля. Мне вебка нужна, ты сможешь вывести или нет? Ну чё, просто так доиграем, да? Он тебе супер камеру сейчас какую-то выведет. А ставка стоит? Да, ставка стоит. Можешь доиграть, пока я пока буду выводить. Слышишь, овер, а ты можешь ради интереса? На Водосе меня зеркалишь? Слышишь, овер? Да второй моник сфоткай, чисто ради интереса. Какой второй моник? У меня один моник всю жизнь был. Один у тебя? Конечно. Ну, ладно. Это вы, блин, стримеры, я же так чисто это. А один моник можешь сфоткать альтабнуто и там, где у тебя стрим Водоса включен? Он выпрыгнул, типа он остановлен опа, или нет? Опа, разбирательство. Опа, тут расследование опа. От Ивана Шуршатки. Просто там, где у тебя остановлено, можешь сфоткать?
Угой дисквал ему нахуй. Какой дисквал? Чего? Чего? Мне просто интересно. Не, на машине. Есть стрим Вадоса. А? Есть стрим Вадоса. Ну так а зачем у тебя включен? Когда у меня моя демка включена. Я же не смотрю на это. А при чем здесь это? Ты улетел с первой штукой. Да вот именно. Ладно. Повезло. Видимо. Так, так. А, типа, что я стрим снайпер, только сейчас допер. Ты только сейчас понял, да? Я просто не понял, стрим какой-то. Кстати. Карт не видно! Бля, вы идиоты, мои карты было видно. Алло, бля, дети нахуй. Так, все, погнали. Так, Рома, Лера, скидывайте мне вебки пока. Я тебе скинул. Бля, че за легенда? Ты такой манек улетел. А зеркаль, братан, только. Конечно. И сегодня на левую сторону не очень. У тебя болит там ставка пока. Пока. Давай, Макс. На свободе. О, давай, да похуй. Ну тут похуй, да, овер выиграл. Так. Где ты, Ром, скинул? Такая. Тебе в дискорд скинуть. Иван, нас скинешь инсайдеру? Алло. Вади вебку, я пойду пописываю. Так. Барабарам. Такая музыка тут. Чиловая. А как называется это? СВО Нинджа? Как она называется? ВДО, брат. Это другой какой-то у тебя сайт. А, ВДО, точно. Сори, сори. Лер, а у нас по свету как в Белграде? Ну, я не хочу включать. Я думала, я проебу первый и съебусь. Ну вот как вышло. Ну... Что, прям очень плохо видно? Ну, нет, неплохо, просто не видно. О! Better? Да, конечно. Конечно, намного. Так. Сижу, блядь, как лох просто в домашней одежде. И чё? Так, Рома. Хотела пойти в ТЦ просто. Ну так вот, ты сейчас идёшь в ТЦ прям закупаться. О, клянись. Так я не хотела свои деньги тратить. Так и не будешь тратить свои эти, спиздишь. О. Ром, а ты не появляешься на свет? С хуёв. Кучат. Так, попробуй. Да, чё ты пиздишь, Вадос? Ну, посмотри, тебя не видно. Сейчас ещё раз пересоздам. Так, а ну-ка. Бля, сейчас... Сейчас клянусь, финал закончится за миллисекунду просто. Я прям вот прям уверен. Да. А ты скинул уже, да, ссылку или нет еще? А? А ну вот это пробуй, братан. Так я тебе Вась скинул. Вась? Ты мне показал. А что? Ебать, у тебя настроено, Иван. Как будто он стример, да? Так нет, у него пиздец. Я именно как уебище выгляжу почему-то. Думаю, не, Вадь, кто будет... Вадь, забань всех, кто смеяться будет, выблядки, блядские. Вадос, пробуй эту. Так. Нихуя овер подсветка, кстати, нихуйная. Просто полицейский. Вот так нормально, кстати. Я скинул. Коп зашел. А? Ага, я скинул. А куда скинул, брат? В Дискорд. Ну, конечно. Ну что, релаканты? Кто? Я тоже не понял, кто. Ребята, меня можете не ставить, я в это ни разу не совру. Оскорбляют. Так, и Максим. Ты тоже пользуешься этим антивирусом? Я тоже антивирусом пользуюсь. И как? Сколько вирусов убил уже? Да хуя. Так. Нихуя ты тут худой, охуеть! Нихуя, так нормально, да, буду. Смотрите, блядь, какой худой, пиздец! Ой, нихуя! Ебать, ты килограмм 40, как будто так потерял. Так, а он сказал, что он уебище, потому что он не поверил, что он похудел. Посмотри на него, блядь. Чего? Привык видеть себя щеками просто. Ебать! Ну, мяу-мяу. Ну, короче, ладно, все, давайте играть. Мяу-мяу. Застесняли. Мяу-мяу. Так, как же их расставить-то? Да похуй как. Сейчас по всему придется выбирать. А кто-то, дайте мне демонстрацию. Во все запустим.
Ну запустите все, ладно. Мне хастануть или как? Ну, кто-то хастаните. А кто-то хастанул уже. Нет, твой. Нет, это только демку включили. Я могу в теории. Давай, Роб. Да, ну у меня. А, так у меня не все, погодите, у меня овера нет, дайте ссылку на овера. Вади все ссылки. Ну как вводишься? Я просто овердрайв пишу. А там что найдется? Через Славу можешь, если у Славы есть друзья. Биг овердрайв, это ты, да? Сейчас пойду искать. Ром. А у Макса есть? Может, а, нет, там же инсайдер. На, биг овердрайв. Вот. Лайер 1.1 час, если что. CSGO 21 тысяча. Сколько нахуй в CS, ебать? Не, ну типа сколько браков там у этого в АФК. У него есть 21 тысяча, 20 тысяч он просто сидел реально в лобби нахуй. Он же бездарь. Сори. Это начнется рубка, друзья. Блять, это мем. Пиздец. Ну что ж, Вадь, ну что тебя в чате пишут? А что пишут? Овер, прими заявку. Так, что? Так, в смысле, это реально поменьше тут сейчас? Нет, пишут другое, Вадь. Что пишут? Что пишут? Так, говорят, хорошо пить. Выглядишь. Ну вот, вот другое пишут, гады. Ну, отъебался. Так, инвайт. Кинул. Лера, надевай свинью. Не-не-не-не. Ну куда свинью-то? Бля, во барана ебаная, охуеть. А у вас, у вас три свиньи сейчас будут в лобби? Опять? Это плохой знак, слышишь? Че, у нас БУ-1? Да, у вас БУ-1, финал БУ-1, чисто. Let's go. Победитель получает 5000, проигравший получает пулю в лоб, нахуй. Так, погнали. Всем удачи! Максюш, я тебя никогда не обманываю. Да, поставь. Ох, я Ром. Не хожу. Все, все. Ну честно. Ребят. Хорошо, Ром. Хорошо. Я ж тебе вообще ни разу не проверял. Хорошо, я... Блядь, ну после меня овер сидит. Че, ты так норм? Блядь, и вебки. Нет, ты на Лерон ходишь. В смысле, если Рон сейчас же вылетит первый? Я проиграю. Куда? Это как планируется вообще-то? Мне надо как раз уходить. Норм. Ой, блядь. Как... Пойдет, короче. Пусть будет так, похуй его. Какая разница? Так, один король. Два короля. Максюш, не вру. Она все рассказывает. Они дохуяли у вас короли, ребята? А ты проверь, а ты проверь. Не, Максу не надо верить. О, она пиздит, она пиздит. Нихуя себе, блядь. Интересно, девки пляшут, блядь. Так что, охуели? Как будто столько ребят королей в пару... Ребят, ебать у вас королей. За это вам респект. Я только сейчас пошли настоящий. Ром, я вот тебе честно верю, готов уйти первым. Ну, блядь, Максюш, ну ты гондон просто. Вот, я бы с тобой так не поступил. Ром, я готов просто... В смысле, ты скажешь, что ты меня никогда не обманешь? Я думал... Ну, я уже не было выбора. Ром, у меня не было выбора с нулевой. Нормально, все. Да все, Максюш, мы не друзья, я понял, это вар. Не, нихуя, ты не, живешь, Ром. Ты живешь, Ром, самое главное, что ты живой. А что по баллам, кстати? Это как? Больше всего поставили на Рому, потом Shadowkeg, Overdrive и потом Лерон. Правильно. У вас там разница, если что, супер маленькая. У вас там разница в... с одним... 50 ты кради, нахуй. Макс, ты будешь хавать эту херню? Халява ебаная. Макс, ты будешь хавать эту херню? Макс. Нет, подожди. Рома, не-не, нихуя было. Макс, я скинул эйс и два джокера, братан, я тебе клянусь. Рома скинул первую хуйню, тоже там два чего-то. То есть, типа, сейчас он бы в конце не оставил себе по-любому. Поэтому я ему верю, я еще одного короля докинул. Вот это пиздёж. Короля докинул, говорит. Опа. Опа, да ну нахуй. Ебать! Ладно, вылетай, пожалуйста, Лев. Если умрёшь, принеси пиво, пожалуйста. Да, за пивом, за пивом. За пивом сгоняй, пожалуйста. Пау! Ну, блядь. Сука, Макс, сука. Без пива. И мне нахуй, не уходить. Блядь. Ну заеб. Ладно, Максю, сейчас обманывать снова. Не, вот сейчас не буду обманывать. Ром, так я же тебе сейчас доверился, блядь. Мне кажется, ну, да, тебе не кажется, что вы что не сговорились, нет? Все, Максюш, у меня карты заебись, я тебя не обману. Честное слово. Подождите, я потерялась. Две. Ой. Нихуя себе королева. Максюш, сейчас правда будет, исключительно посмотреть. Правда.
А вот он пиздит. Как же его забайтил, нахуй, ты видел? Ай-яй-яй, Рома. Рома Лев, бля. Бля, пожалуйста, первый улетай, нахуй. Нет. Это чтобы знал, что со мной опасно, бля, да, играть. Да, у нас тоже наёбы. Макс тогда с первого улететь, хз. Окей, я понял. Походу я с первого улетаю, ребят. Макс, на контент делаешь? Да, кто первый умрет, интересно. Я. Максюш. Да. Ты будешь меня чекать или нет? Нет. Сейчас же короли, правильно? Я не буду тебя чекать, как минимум, потому что у меня есть три туза, блядь. Сейчас же короли, ну, правильно были. Ну ладно, пиздишь, наверное. Три туза, я просто по одному пойду и все. Кстати, правильно, че. Ну, Овер, я сейчас буду проверять тебя. У меня карточек не осталось. Да ты пиздёшь, блядь, стопудово. Это фейк, чтобы Максу закинуть туз. Ну ладно, сейчас не буду проверять тебя. Да, это фейк был. Мне нравится, вот сейчас буду проверять. Ребят, какой-то Фредди у нас игра идет. Ну как ты не поверил-то мне? Он проверял бы меня просто из-за этого. Хрюки, хрюки, хрюки не застрелись. Овер, хрюки! Хрюки, хрюки! Ну блядь. Са-са-самба. Са-са-са-са-са-са. Окей. Кинг Дэвил. Бля, какой заеб, нахуй. Вот ты на чьей дамке сейчас? Просто я иди с заключил. Понял. Спасибо всем. Так. Вот сейчас я проверю, Максим, смотри. Ладно, не буду овер проверять. А, у Макса вон пули валяются справа, охуеть. Три? Ты чё, охуел? Три, конечно. Три. То есть у нас сейчас на столе четыре короля, правильно? Четыре короля, это верно. У меня еще один. Давай, я еще одного вкидываю. И овера чекаю сейчас. Он давай, первый точно кинул три короля. Вкидываю, шестого. Все. Шестого. Играть. Восемь королей? А, он первый наебал, слышишь? Походу. Довольно, играть. Сколько по-любому сидит. Посмотрим, кто отсюда нахуй это улетит. А, он все короли. Так, ну чисто теоретически. А, у него было два короля, Ром. Он выкинул три фейковые карты в начале, если да, что. Да. Сейчас он чисто теоретически... Три короля, пять, да, Лера до меня дойдет, шесть. У Леры точно нет ничего, потому что она думала, что его будет чекать. Овер. А мне кажется, овер сейчас наебал, наоборот. Не-не. Ладно. Так самое крутое, сидишь, смотришь, как пацаны в карту играют. Ай, Максюш, ну зачем ты меня? Лера, ты последнюю нормальную кинула, да? Да, да. Блять, ну не убивай, пожалуйста. Рома! Лучик, нет, ну прости, у меня просто не было королевы уже, Ром! Фу, блядь! Фу, нахуй! Блядь, Максюш, еще не, один такой... Хорош! И все, хороший финал, хороший финал! Ладно, никто не стреляет, еще мне один нравится. Такой, Максюш, и все, гг. Не, у тебя не... Подожди, у тебя две, Ром. Ром, а вот у тебя у меня, дв... у меня одна? У тебя ноль. Хуя себе, блядь. Веришь, да? Это пиздёж, Макс, по моей системе. Сначала пиздёшь, потом две дамы осталось. 100%. Три карты. Мне похуй, я с его сыграю. Бля, такой ты это. Итого пять уже. Я не хочу Ромчика подставлять. Да не, там все нормально было, Максюш. О, нихуя у нас тут. Там все было чики-пуки. Равшанчик на гитаре играет. А, блядь. Ай, блядь! Ай, блядь! Ну две, ну он пять выкинул. Да, они подсуживают друг другу. Ничего, я реально пять. Так вот, смысл, вы всегда же можете нажать ха. Так ты должен нажимать у него ха. Типа смех? В смысле, вот, на, еще. Ну ха. Ну как ха? Нихуя. Ну как? Ну как, нихуя? Лер, за пивом. Так ты не... Я тебе не принесу пиво. Ты за не пиво. Нажимаешь, Роми, он тебе 5 карт да. скидывает. Да зачем? Зачем? Подожди, а зачем сними килл. Да хуй там. Ой, блядь, сними килл, нахуй, чел червит. Ебать, жестко, да. Что, Лера, я ему еще реально 5 дам скинул, алло. Как ты? Как-то точнее, два джокера скинул, ну, да, и три дамы. Да, там последние точно дамы были у него. Так у меня был джокер и дама.
Ну ты пиздишь. Ой, какая легкая. Ну как, я правду положила? Пиздишь, значит. Карта пошла. Да. Сейчас это вот это. Ну сейчас наебало меня, чекаем его. Да, вот это. А, на сейвичек. Да не, надо на сейвичек. Овер, я чекаю тебя. А сколько у меня? Я три раза уже, да, пыталась пострелить? Вот не чекаешь. Два. Ой, Максюш, ты вот меня пытаешься засадить и засадить. Не, Ром, я такую хуйню не сделал. Нет, я случайно, чтобы ты понимала, скинул король и дама, хотя в этом нет никакого смысла. Я случайно кнопку нажал. Ну давай, с первого. Не-не-не. Фу, блядь. Я случайно кнопку нажал, блядь. А сколько у меня над головой? Три уже? Две. Всех по две, у меня одна, да? Да. Что думаешь, Лер? Может, прям сразу? А, у меня тоже два эйсис. Правильно. Че? Пиздит, Ром. Пиздит. Пиздит, у меня же эти, нахуй. Ну, он сейчас будет пиздить. One is. Вот я сейчас его прочекаю. Он не прочекает, он выкинет, а ты его не прочекаешь, тоже скинешь какую-то хуйню. Да вы такие, конечно, эти. Ты мне говоришь, Лер? Нет, блядь, оверу. Не, он сейчас точно все свои трусишки потерял. Вот сейчас его реально чекаю, у меня не осталось карты. Похуй, я проверяю. Фу, как нас спасли сейчас просто. О, так у нас всех по два. Ебать финал, нахуй. Да, как нас сейчас спасло. Нет, а ну-ка. Нет, ну как у всех по два, Макс застрелился. Как у всех по два, втроем дальше как будто. Живет, братан, живет. Фу, блядь. Хорошо. Игра зарандомила, найс. Блять. И все с нуля. Хороший сценарий, батюшка, на финал. Хороший сценарий, хорошо, согласен. Овер, я тебя сейчас не буду чекать, буду чекать своей грязью, да. Отвечаешь? Отвечаю. Жопой Макса клянешься? Да. Лер. Ой, я даже свои карты не глянул, ребята. Ебать, вы королей там кидаете, ребят. Когда все у Ромчика нахуй. О, как. Максюш, ты следующий чекаешь или нет? Не, Ром. У тебя еще есть карты? У меня дохуя все. У меня 7 королей и 4 джокера сейчас. Нихуя себе. Бля, как играет. Ладно, я сейчас чекаю, А как аккуратно играет. Это я его специально ебал, чтобы он скинул настоящую карту, сейчас будет чекать. Блядь, да дайте мне овера закосить. Я услышала, как он треснул по столу. В смысле? В смысле, мы в одной квартире сидим. Он же в соседней комнате. Живи. Блядь, Макс. Мася первый, ёпта, Мася. Максюш, с кем ты меня оставил? Идите нахуй все, ублюдки. Макс, пиво в холодильнике, не расстраивайся. Мася, пиво в холодильнике. One Queen. Опа. Как понял-то? Ладно, я тоже ухожу, но мне пора. 20 лет в картах, 20 тысяч часов в КС-ке. Не живет, блядь, живучая гадость. Почему я вообще фу говорю, блядь? Не знаю. Чтоб ты сдохла в игре. О, осуждаю. В игре, я сказал, я уточнил в игре. Все правильно. За что? На. Так вот, а? Интересная ситуация. Она сейчас выкует, как будто, а следующие будет два. Она на следующие два текинет, эйс, это ж так очевидно. Угу. Я понимаю. Угу. А ты сейчас скинул говно, да, чтобы сейчас она фыкана... Ну не, я еще не знаю. Сейчас читаю. У тебя не было эйса, нет? Не, у меня не было, я три первых. Рома, надо было джокера, пиздец. Я думал, понял, что у нее реально... Ты как будто очень долго подождал время. Сейчас я тебе сдохну, скажу. Блядь. Сука, я думал, что у нее, короче...
Я думала, что сначала выкинуть осталось. Два говна и три эйса. Брат, ты так долго было. Подождал. Да, я думал, ты по-любому будешь Джокера кидать. Я думал, ты изи вин. Ёб твою мать. Ван, кинг, квин. По итогу сейчас все свиньи сдохнут, нахуй. Ван, квин. ГГ, я не бля. Верю тебе. Нормально. Да, блядь, Ром, да на гений, блядь! Ром, да, Макс, да, Макс, Ром, я тебе говорю, овер всегда фейкует, ты должен был его проверять по КТ. ГГ. Ты, блядь, да. Страшно рисковать. Блядь. Ну, пиздец, все, ладно, забирай, похуй. Я сейчас понадеялась, что могу выиграть сотрыш, похуй. Я вам говорю, Лера гений, блядь. Не, Лер, вот сейчас прочек его с нулевой, нахуй, и все, всегда пиздит, гад. А, он ходит. А я думаю, что мне не получается. Бля, надо было сделать ставку. Надо было сделать ставку, где сразу с нулевой. Бля, как это? Три ты выкинул? Да. Да, три. Три короля выкинул. А, тут. Короля. Ой, я опять перепутала кнопку. На тебе два. На, это на погоны. Проверяй. Я говорю, он, да он фейканул сначала, да, сейчас да, он скинул да, правильно, да. Но это же очевидно. Ну ладно, выиграл по факту. Он всегда пиздит, не, блядь. Еще, ну, еще выиграл, есть шансы. Выиграл, выиграл. Есть не, еще не, шансы. Еще есть, еще есть шансы. Пока. Блядь. Давай, делай, делай. Сколько у нее, сколько у нее, сколько у нее, нажми. 4-4-6. А, я думал, у меня уже там, типа, все. Блядь. Не уверена. 1-1. Зря, как будто бы. Да, да, у меня нету. Бля. Все, пока. Не, ну сейчас 50 на 50. 50 на 50. Монетка. Да не, сейчас не прокнет, пока. Держалась хорошо. Да. Блять. Ну, овердрайв. 5000 долларов на жизни, самый легчайший. Блядь. Алло, дура, верни мои деньги тогда сразу сейчас нахуй. Ты у тебя лагает. Согласен. Непонятно, что ты говоришь. Согласен. Не поверила в тот Овер, скидывай чё-то. Да скидывай чё-то, я тебе скину приз. Ебать, Овер реально разъебал, просто пиздец. Вать, на Сбер кинешь? Терца. Если там добавили терца, то скидывай. Бля, да, Овер, лучше бы ты так на покере играл, ублюдок, нахуй. Это я так и буду. Так не, ну без шуток, так-то он хорошо играл. Ну, нет, прям в моменте очень хорошо играл. Пиздец, Овер выиграл. Я первый раз в эту игру, если что. Ром. Да, да я, блядь, ты ему, ты ему очень много доверял, я тебе говорю, он пиздит всегда. А где тебя. Все? Бля, я играл, чтоб ты понимал, я с ним играл на покере. Я с ним играл на покере, он всегда 7-2 лыными ебашит. Он пиздобол. Да я типа я не от него отыгрывал, я от Леры хотел отыграть, типа, но это. Нет, самое главное собрать психотипы, кто как играет. И все, от этого. Согласен, правильно. Да, психотипы. Ну и как, блядь, я играю первый раз в игру. Макс, а ты ко мне идешь? Собрал. Да, да, я сейчас подойду. Давай. Так все, я замучился. Бля, прикольно, пиздец, если честно. Я честно скажу, вот сегодняшний стрим это прям кайф. Ну, не то, что это прям какой-то завоз там, но это пиздато было. Спасибо всем огромное. Мне еще, блядь, чтобы вы понимали, я написал 15 людям, и мне 15 людей согласилось пойти. Там только пару человек не смогло. Ну, они потом были. Но вначале я охуел, такой, пишу 15 людям, все согласны. Думаю, что за хуйня, я что, сплю, блядь, что ли, нахуй? Так, короче, пацаны. Я сейчас пощу розыгрыш.